2500 битрейт, 40 FPS. Детство, ванная вкусная. Просто пиздец. Я там не знаю, как там мыться, нахуй. Просто пиздец. Стой, на стриме зайдешь. Стой, стой, стой. Илюх, стой. Сколько ты стоишь? Ну, это бесплатно. Я не знаю. Это стоит, входит в стоимость. Ну, такой уставший уже. Как будто пищу три. Я сейчас общался с Женьком, с менеджером Литвина, он же тут делал. И он говорит, там в номере должны быть легендарные подушки, которые все прошли, потому что ты нормально лежать не можешь, и ты себе под шею вот эту хуйню закладываешь. Я ему говорю, вот это вот? Он говорит, да, да. Вот эта хуйня. Ты не можешь лежать. Ты первые ночи ты сидя спишь. Вот так? Ты не можешь затылком лечь на никак. В смысле? Так охуенно ж лежишь. Подожди. У тебя сзади все красное нахуй будет и болеть. На вот этой хуйне? Вот так норм, но у тебя затылок прислоняется. На подушку ложись, бро. Нельзя. Почему? Ты от боли охуеешь. Анестезия отходит в первый день, первую ночь ты охуешь. А, ты про это? Да, конечно. Подожди, это специально для тех, кто... Да, не-не-не, это просто вообще... Просто где-то здесь прям находится клиника очень рядом. И всех сюда заселяют. Hello? Самый дешевый. Прикольно, что мы рядом с Бомонти. Бомонти! Бомонти! Ебать, ну прикольная подушка. Всем привет! Ой, чё? У вас норм? Мини-барчик есть? Будет? Нормально работает? Не лагает? Подожди, нету мини-бара. Мини-бар надо бы. Хотел шоколад какую-то заточить. Бля. На сладостях чисто подвигаться. Только норм. Бой подушками. Нам куда-то волосы его скинуть надо. Похуй, в ванне это сделаем. Донаты. В ванне. Не, да мы можем похуй тут. Сейчас посмотрим, будет ли нормально работать стрим. Здесь. Вот это ванна? Да, да. Нормально. Жопа, блядь. Где ванна? Чё? Да посмотри на эту хуйню. Нормальная ванна. А чем она тебя не устраивает? Что она гнилая? Блин, во всех ваннах, мне кажется, у всех вот. Ну, хуй, меня... когда ты в отеле приезжаешь, понял, должно быть по-другому, а не к родителям. У родителей, если такая ванна, это норм. Блядь, а что? Ох, нихуя чуть не упал. Ну чуть типа гнила. Слушай, дядь. Я, короче, подумал, что я раздеваюсь и одеваю халатик вообще. А давай. На местном, понял, двигаться? Я тоже тебя раздеваю. Не, ну типа мы понял, мы как эти. Эй, мужики. Холод. Да холод, пиздец. Стоит 28, лучше выключить, наверное, потому что... Ну не холодно. Здесь обогрева нет. Здесь не предусмотрен обогрев. А палки тоже. Чего нет? О, блядь, нихуя. Все будет нормально. Палки тоже. Ой, а кто тебя так... Артур. Дядь, это такая такие ночи. Турецкие ночи. Что такое? Артурчик. Тысяча и одна ночь, блядь. Тысяча и одна ночь, Шахерезада. О, у тебя шорты есть. Дядь, ты шо? Это я уже на домашнем тут двигаюсь. Все, давай одеваем белые халаты, мы же как врачи будем. Не-не-не, пацаны, почему не так. Почему вы раздеваетесь холодно? Ну если не так. А? Вы раздеваетесь, почему холодно? Холодно? Нет. Какое холодно? Мы сейчас охуенно все двигаться. Я хочу одеть крутой мерч GSX. Давай. Сейчас... Бля, я нихуя не верю, что я буду лысый. Не, ну я в трусах не буду двигаться, а то хуй вывали. Опс. Базара нет. Как стил. А теперь присядь вот так вот. Ладно, мужчина. Но мне лысым, полностью лысым, к сожалению, нельзя. 2 сантиметра мне сказали оставить. Ладно, мы не будем тебя тоже на лезвие садить, понимаешь? Так тебя в любом случае там тоже брить будет. Да? Да. А почему мне сказали 2 сантиметра оставить? Чтобы она может подумала, что я сейчас себе просто лезвием буду себе брить, чтобы подергивать-то. Подожди, тебе сюда будет хуяривать волосы и доставать отсюда. То есть, затылка. По идее, тебе даже можно оставить его. Бля, мы можем тебе затылок оставить просто, понимаешь? Чтобы ты когда вот так делаешь. Вы можете все что угодно. Растяните этот процесс, сделайте как можно больше. 4 прически. Просто понимаешь, вот те вот... У тебя много волос. Слышишь? Тебе вот эти волосы даже можно оставить. Ты заходил? Да, 90 минут. Да я разок попробую тоже, как оно. Как оно работает? А ну-ка ебани мне, покажи как оно. Давай. Ебать, слышь, после этого очень рядом провел. Давай, Илюха. Давай, а что ты, блядь, не хочешь подвигаться, блядь, охуенно, что ли? Хочешь, я тебе хейркет сделаю? Это как? Красиво, значит. Бля, вот так, типа? Не-не-не-не. Ой-ой-ой, блядь. Ебать, Вась. Да, я испугался, блядь. Ебать, я сейчас бы пизданул себе, слышишь? А покажи, сейчас вот так сделай, подними. Не, нормально все. Ой, блядь. Да ну нахуй. Подожди, я могу себе прибрить чисто? Не надо, ты ебанат!
И он хотел рукой дернуть. Прикинь, я бы так сделал, так дернул, вот так бжум. Ну заебись, ну что я не. А я лысым никогда не был, бро. Я тебе, бля, буду. Илюх, я тебе говорю, еще не поздно. Если хочешь, я тебе бесплатно сделаю. Но, за мой счет. Операцию. Ну сделай за мой счет. Ну пожалуйста. Хуя мне надо. Ну просто за компанию. Ну по-дружески, блядь. Ну хотя бы побрейся на лысо. Всем хозяевам. Знак солидарности. Знак солидарности. А тут проверим, полностью. Какая будет дружба. Вот проверим. Да. Костян уже ебанул. Давай проверим. Давайте проверим, давайте. Я нет. Да иди ты нахуй, слышишь, убери. Слушай. Лайфхак, как спастись от этой хуйни, блядь. Будете по реке подбирать друг друга. Давай так. Ну типа, понимаешь, все охуенно. Я тебе даю 200 тысяч рублей, если ты бреешься на лысо. Мне Вадим Авилон 500 предлагал, чтобы я лыску ебанул. Но с ними бороться не могу, блядь. Человек богаче. А ты? Будешь лысым? Ну. Не, для него это ты че? Он перестанет быть крашем, нахуй. А Каю? Каю же. Не хочется, да? Стасамка лысая была. Да, и треки охуенные у нее. Да. Ее муж все равно любил. Илюша. Давайте Илюша! Не, мы ебанемся в налысо все или нет? Ебать прикольно было бы. Прикинь, мы все в налысо. Илюша, как классно! У тебя ванна есть с Турцией, охуеть! Тут нет ванны. Ты что, ёбнулся? Вот! Не, в плане, вот я сажусь. Ни у кого ванны. Охуеть, Вась! А давай за Вась, мы тебя ванне будем брить. Сомнительное качество. Тебе тоже надо? Не, я буду прямо здесь по центру, стульчик поставлю, вы будете... Бля, бро, ну что такое? Не, ебать, не, мы будем... Раздевайся до трусов, мы тебя будем водой мыть и брить. Водой. И массаж. Водой. О, о! Чик-чик сделать можно тоже. Шикулярыч такой небольшой сделать. Сука, какой-то смешной, блядь, этот... Что? Кран. А это что? Что ты, блядь? Нахуя ты меня, блядь? Все побрею тебя. Подожди, ты его включи. Блядь, что это? Это бензинка была. А где звук? Мужики! Мужики! Брат, он здесь все равно будет. Не надо, Саня! Ну не в жопу, блядь! Ай, блядь, въебался. Заблокировал. Блядь, да ебать! Дядь, тут можно высадиться. Сука, это опасно. Он еще такой... Ой, это нам постучали? Нет. Мы будем всех брить тут нахуй. Подожди, тебе брови отбривали. Да. Блядь, ну а ты еще побрейся ради меня тоже. На лысо? Да. Хозяева, возьмете себе на лысо въебусь? Давай. Да. Точно? Нам нужен актив. Серьезно? Вот, я отсюда инвайт на тебя. Брат. Рассказываю сегодняшнюю ситуацию. У Илюхи есть бритва. Триммер, которым он бреет яйца, письку, подмышки, соски свои красивые, лицо все. А у него на лице еще вот тут вот простуда сейчас выскочила. И Саня все им подходит, берет его триммер и просто себе вот так вот. Я сначала разрешение спросил. Так он меня спросил, лобок брил, и говорю, да. А, реально? После этого начал? Да. Я помыл, как еще. Самое забавное, что я когда-то две бритвы пользовался, а потом все одно делал. Но это же все равно мое тело. Не, что? Ну, а тут-то ну, его типа. Тело, не его. Так они вы вместе хозяева в друг друге, блядь, это ж по факту. Хозяева в друг друге. Ну а как это? У нас нет такой, мы фриков можем, типа, тоже двигаться. Какой телек не сильный? Телевизор вообще. Телевизор здесь вот. А что, сенсор нет? Welcome, деревяшкин, Алексей. Бля, почему в дорогих отелях телевизоры даже не смарт-ТВ, ну просто куски дерьма, блядь. Это недорогой отель, брат, я уверен, что здесь ночь стоит, блядь, 2000 рублей. Мне кажется, он как камин. Ну посмотрите, сколько ночь стоит. Я хуй знает. Но лобби вы зашли, охуеть, лобби да? Лобби разъем, да. Просто, нет, вот это номера, чего, блядь. Чат, оценочка от 1 до 10 номера. И люди! Вот это вот. Ой, ебать, ты нахуй, блядь, страшно. А что ты? Что ты пугаешься тебе еще? Ай, прям хуёк уронил, блядь. И люди! И люденька! Бля, ну ты морально готов вообще побриться? Нет. Когда-то слушай, я начал чуть-чуть себя подбадривать тем, что после того, что нам... Вчера Вадя и Вилон чуть-чуть выпил, да? И нас, короче, с Саньком мы сидели вдвоем, он с нами минут 40 разговаривал вот так. Он схватил посел, вас? Меня вот так вот схватил, и чуть ли не вот так, поняли? Вот так вот с нами разговаривал за жизнь, за все, типа, советы раздавал и так далее, чисто как батя. И после его слов я что-то так замотивировался в том плане, что... Что? Ну похуй, я бреюсь на лысо, да? Ну я урод ебаный. И с волосами, и без. Вот сейчас я буду просто фул уебан некрасивый. Но сколько людей поугарает с этой хуйни? Сколько будет мемов? И чел смотрит мем такой, уебище. И дальше. Но у него вызвало это эмоции. Ну,
Он улыбнулся. И дальше пошел, да? Ну тогда что, Артурчик? Эмоции. Не, пожалуйста. Я, брат, ты хотя бы лысым, я отвечаю, ты тоже будешь говорить. Но я мне, если я лысый буду, я как Урс из Нарда буду. Вот это с болота вылазит, блядь. Такой, блядь, лысый еще. Это полный пиздец. Охуенно будешь вообще. Бать, не, брат. Лучше спроси, как вот это вот. Типа, нам нужно пару сантиметров искать. Подожди, а как 20, 24? Бро, сколько сантиметров? Сантиметров тебе надо оставить? Два ему сказали. Два? Вот так, да, тут 18. Не, ебать. По-твоему, 18 это восток. Подожди, так 18. Подожди. Как это, блядь? Да нет, вот это же нормально. Если, ну, да, смотри, какая длина, вот она. Если вам ровно 2 сантиметра. Это норм, это, блядь, сантиметр с хуем, блядь. Это сантиметр с хуем. Не, норм. Не, подожди. Ну, если что, можно вот так. Не, бро, мы тебя... Ну куда ты? Нет, это слишком нахуй, это хуйня уже, блядь. Да. Надо на максимум вниз. Да я, вот я вообще снять нахуй её, блядь. Не. Да, я тебе хуй. Так нельзя, мне так сказали. Ложи он просто. Мы тебе лобок бреем? Выбрито. Блядь. Не, ну просто тоже идейка была одна прикольная. Та что, прикрыли бы? Интимную стрижку? Стрелочку? Да. Интимную стрижку, да, сделали могли бы. Но мы же кенты, типа. Типа, мне лично похуй. Не. Давайте, 2000 онлайн на чат, и мы... Ладно, давайте так. И мы выбираем. Кто готовился въебаться сейчас? Блять, а давайте просто ради угара. Вот кто сейчас вас, кто сейчас посмотрел, снялся? Скиньте, да, свои... давайте, первые ножницы. Давай, давай, давай. Первые ножницы, давай. Су-е-фа. Проебали. А как? Да схуяли, блять. Все. Схуяли колодец, нахуй. Ты сказал первые ножницы. Не, кому ты веришь, блять? Кому ты веришь? Надо, давайте, первые ножницы с кайфом. Давай. Су-е-фа. Су-е-фа. Еще раз су-е-фа. Су-е-фа. Еще раз. Су-е-фа. Су-е-фа. Опа. Вот он крашек. Давай, крашек. Сразу его, блядь. Ты лысый был хотя бы? У меня очки были. Бро, у тебя волосы ёбнутые. Такие они пушистые, длинные. Я в ахуе. У тебя, наверное, грустно будет даже ёбнуть. Ну, на лысо. На лысо, понимаешь? Правда, Кай, ты лысым когда-нибудь пойдет? Да я был, я могу я тебе показать в этом. Не, давай покажешь прямо сейчас. Ты что, не в мелодизе? Вы нахуй куда-то вставать? Бля, вот я сейчас себя чуть-чуть хуёво чувствую. Вот ощущение странное. Может, я просто из-за переживаний, но просто ощущение, что у меня поднимается температура. Так не отмазывайся. Ебать, я сейчас охуею. Я постригусь и завтра сдаю анализы, и мне чел говорит: так нельзя, блядь, ты заболел, чел. Я улетаю домой лысый нахуй, и все, блядь. Заебись. Бро, послушай, все, что не делается, делается к лучшему. А, нихуя ты на коротком. А, так нельзя там показывать. Ну так, можно. Зачем? Ух, ебаный рот. Брат, послушай. Тренер. Если тебе откажут, значит, так и должно было быть. По-другому никак. Типа, ты поедешь лысый домой, так, очищенный. И посмотришь в зеркало, думаешь, блядь, я такой охуенный был с длинными волосами, а сейчас я, конечно, уебище. И ты их отращиваешь и не делаешь вообще себе, вот эти насадки в голову не вставляют, все охуенно. Переосмысление. Либо тебе наоборот понравится. Да, и ты будешь тупо лысый. Ебанешь на лысый и будешь... Может, я всегда буду просто, бля, по приколу, бриться на лысый. У всех пацанов, типа, была такая тема, может, на лысый ебануть, нахуй. У меня такая же хуйня была. Это как уже у девушки после того, как рассталась, каре ебануть. Каре ебануть. Бля, я отвечаю, у меня малая, я с ней поссорился, она въебала каре. И, блядь, ну что-то не то было. Тебе фейт хуёво сделать, да? Какой фейт? Он умеет, он реально умеет, слышишь? Ебать, посмотри на это. Дай посмотреть. Дай посмотреть. Я отвернул камеру. Покажись. Ебать, нихуя себе. Ебать, 12 там. Давай фейдик сделаем. Ну как, что такое фейдик? Ну переход плавный, а то у тебя сразу тут. У тебя тут уже заросло чуть-чуть, тебе снизу надо. Вот так типа? Да, да, да. Фейдик? Нет, фейдик. Фейдик есть. Нет фейдика. Блядь, ты умеешь делать? Что ты здесь? Что, как он? Все, хватит такие слова говорить. А что ты ему делаешь? Фейдик. Подбиваю фейд. А тут уже чуть-чуть. Градиент. Ты нахуя? Ебать, ты что наделал? Вась. Блять. А что, блять? Ты Сереге камеру уже снял. А я как увижу, блять? Мне что, глаза на затылке есть, блять? У него есть глаза. Да не, ну чувствуется нормально, да? Он мне не лох не выбрил там случайно? Нет, понял, тебе шею. Ну нормально, красиво. Там уже начали появляться, я тебя убрал. Давайте. С одной стороны. Что, давайте, издевательство будете делать надо мной? Садись. Я понимаю, прям тут, нахуй на диване, брат. Какая первая стрижка? А я не важно. Не. Ты не будешь видеть. Как я не буду видеть?
Ты сказал, мы издевайтесь делали. Надо мной, блядь. Ты что нам вот в старом состоянии? Ну в хорошем блядь, плане, ебать! Делай, что хотите, издевайтесь надо мной. На колени, смотри, сука. Лёша, а, блядь, послушай сюда, нахуй. Тут жесткие мужики, парикмахеры. За Рамытом я тут пощипаем. Сейчас все нормально будет, бро. Лёня, нам не переживай. Нам надо занять. Лёш, вы тут хотите, блядь? Да похуй, клининг, бжи-бжи. Зара нет. Как это? Welcome to table, блядь. Давай. Это был видосик в ТикТоке. Но я волосы специально не мыл, чтобы вы меня помыли. Помыли тебе? Пойдем, помоем. Не, не надо мыть. Помыть. Для первой причины. Не будет понятно. Блядь, фен есть? Фен есть? Надо фен, фен. Нету фен? Фена нету? Садись. Садись, полотенце есть? Не, сначала вот эту штуку заклей так. Так. Ай, сука, ну что за хуйня? Руки убери. Воду лей сверху, воду лей на него. Телефон отдай. Шею сделай, блядь, с кайфом. Ну ебать, ну не так. Шею с кайфом сделай. Ёбище противное, ты нахуй. Прищепки есть, прищепки? На нахуй. Расслабься в бедра, блядь, мужчина. Это что за хуйня? Я пришел стрижку получить, блядь. Ну? Тут типа уже с хуем летит, блядь. Не надо только так прыгать. Холодно, блядь, Антон. Блядь, ты чё, сзади? Ой, это что это такое, нахуй, вот это прядь твоя? Это ты кто? Что это такое, блядь? Где эта машинка, блядская? Зара, мы с тебя сделаем. Ты чё, нахуй? Пойдемте его. Нет, стой. Дайте, блядь, дайте. Нет, так что, брат? Стой, Лёш. Барбершоу. Ну так, нагнись. Лейте воду. Блядь, это же очень страшная хуйня, Лёха. Если бы так лили воду на тебя, ты понимаешь? Волосы собрались мыть? А есть фен? Зачем, если вы меня сбривать будете? А фен я есть? Я же не понимаю. Нет. Просто смотри, у него сейчас волосы назад. А нам надо, чтобы у него вот как полностью... Как фен есть? Сидеть. Настоящий твой лик как показать ты, тебе. А как ты мне сделаешь? Нам нужно... Вот так. Ты мне хочешь сделать кругляшок? Не, бро, подожди. Уже все. Слышь, а можем заказать в ресепшене тарелку круглую? Да, может быть, слышишь? Нет, у нас вот есть, нормально. О, ебать, снимай эту хуйню, слышишь? У вас ножниц нет, бро. Как вы мне сделаете это? Стой, секунду. Оно снимается. Пацаны, как-то. Ребята, ножницы нет. Стой. Может, мы зарандомим жестко что-то? Хорош. Ой, ебать, это охуенно. А давай, слышь, давай все виды причесок в колесо рандома сейчас закинем. Да, ебануть. И ебануть, понял? Посмотреть. Да, нет, все-таки надо... Давайте используем подручные средства. Все-таки одна есть, которая, ну, 100% надо ебашить. Да. Есть одна легенда. Сигнатурочка. Не-не-не, лови его нахуй. Да никуда он не уйдет, блядь. Так, во. Подожди, эту хуйню снять можно как-то? Походу нет. Дай-ка. Нет, это надо. Блядь, можем, ну ломать тоже некрасиво. Да я не хочу не ломать. Блядь, может это защёлка есть? Иди сюда, проверим тебя. Росик, садись. Так, подожди. Что случилось? Блядь, ну что-то вообще. Ну это тоже как-то не то вообще, ебать. Что было? Блять, а ну, подожди, стой. Ну тоже, блять, что-то не подходит, бро. Ладно, ну какие-то подручные средства, слышишь? Мне кажется, вам нужно... Не трогай, я не расплачусь, нахуй. Это понял, мама, когда... О, еда, ебать. Сына, это каждая штука 100 баксов стоит. Нормально, блять, мы как сейчас стричь будем на трезвую. Бабы. Ебать. Бабы, что по сейфам? Все, у тебя деньги лежат. Да. Может, это ножницы, да? Да, ножницы. Ладно. По цирку или ебанем, нормально. Либо в парашу землю. Плохо, зачем мне вообще ровность? Ну что, сами? Короче, у меня есть идея. Смотрите. О, блядь, не тормози. Может, мусорку? Мне нужен... Давай. Где пок... О! Лёня! Лёня! Да ебать! Не влезет. Влезет, Лёня. Лёня, садись на стол. Цилиндр. Блядь, погоди. Еба, идеалочка. Бля, Вась, ну что-то нет. Тоже. Блядь, тебе надо или голову, цилиндр, голову поменьше, или дырку побольше. Хуй пойми, блядь, как раздуплиться. А вот это? Ну вы же умеете стричь. Вы просто ровно сделайте. Мне чуть-чуть сзади подровнять. Короче, у меня еще есть идея, как охуенно подровнять. Леш, извини, конечно, но один пакет будет утилизирован. Это мой пакет. Кого это ебет вообще? Подвиньтесь. Надень ему пакет на голову. Хорошо. И мы сейчас сделаем с этого пакета конус нормальный, чтобы его подстричь. Как тебе идея? Под него просто ебануть. Ладно. Ну а как по-другому? Я справлюсь, у меня глаз алмаз. Я...
Главное его ровно по уровню посадить. Не, Вась, ну если мы будем его так тулить, то дай боже ему здоровье. Бля, мы можем ордер сделать? Где телефон? Как еда? Центр, лаборатории. Бля, ты чё? На как понять? Дай мне, дай. Я умею всё. Room detailing, room number, locking call, да. Натилонул. Интернет. Блять, как тут набрать Йосипа этого? Сейчас, стой, стой. Ресепшн, вот. Не, не ресепшн, там ресторан. О, ресторан. Все, давай. Закажем просто суп. Да. Как будет миска? Миска, как будет? Суп, суп. Просто суп закажи, любой суп. Сейчас тарелка. Фрути тейбл. Лейт. Как это? Глубокий. А как на громкую ебануть? Боул. 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 Hello? А как, где громкая? Hello? Вот так. B-O-W-L. You can hear me? Алло, I need a food plate. Bubble, bubble, bevel. Bubble. For soup. Bubble for soup. Bubble. Big bubble. Clean bubble for soup. No bottle, блядь. Bubble, bubble. Big bowl. Big bubble. Big bowl. Big bowl. Не, no meatball. Big bowl. Big dick. Big bowl. Big bowl? Big box. Yes, I'm waiting. And the chicken fingers, please. Okay, I'm waiting. Thank you. Ah, you hear me? I need big bowl. Big bowl. For soup. Big bowl for soup. I want to make noodles. I'm not to make noodles. Блядь, что вы, сука, накричали тут, блядь? Я не буду так. Какой noodles вообще? Да, тебе надо извиниться теперь. А что такое? Суки, это мой номер, я от моего лица. А что такое? Ну я хуй знает, ну на стриме типа это же запрещено. Ты типа фотки голые скинуть, ты сказал. Блять! Я не про это вообще. А про что? Ну типа ты просто назвал там жителей страны типа него. Ты чё, долбоёб, не было? Я уже высадился, иди нахуй, я же на пот кинулся, блять. Что? Я думал, нудлс это орешки ебаные, блять. Что он нам принесет, интересно? Куриные пальцы. Блять! Именно пальцы, реально. Блять, я уже высадился, сука, я думал, это орешки. Я просто, вот концовка заказа, и он чикен фингер. Блять, ну а как тебе решетить-то, Вась? Ну нормально, но я не знаю. Блин. Ну с пакета делаем конус. Можешь дышать, нормально? Короче, смотри, у меня есть идея. Юги! Кутень-кутень-кутень. Не переживай, мы сейчас все сделаем. Кутень-кутень. Да не, папа, смотри. По пакету не пойдет. Вась, да, блядь, просто... Блядь, на глаз. На глазик. Мы делаем шапочку. Так, может, просто шапку возьмем? У кого-нибудь есть шапка свой? Бля, у меня в номере шапка. Блядь. Можешь бегать быстро. Смотри, мы делаем шапочку такую, понял? Вот так. Трусы, трусы. На голову натянуть. Вот, чтобы было видно, чтобы ты меня понимаешь. Ой, не будь. Сникерс! Сникерс, я сказал сникерс! Я сказал сникерс! Я сказал сникерс! Я сникерс! Я сказал сникерс! Сука, еще свистит! Ой-ой-ой. Больше так не разговариваем. Больше так не разговариваем. Не, Сань, вот смотри. Бля, ну видишь, пилотку сделай. Да не, я на глаз ебанул лучше. Так нормальная шляпа, слышишь? Нормальная шапка, правда? Так вы мне глаза и брови сбреете, блядь. Не. Да. Подожди, стоп. Так а что, мы остров где? О, этот, озеро. Ножницы. Нет, сначала... Давайте... Да он задохнется. Не, давайте дождемся... Подожди, стоп. Ножницы. Давайте боул подожди. Нужно ножницы попросить. Да нет, вот так. Я убираю насадку и вот так. Да не принесут, там нудлс несут. Так ты мне будешь царапать голову. Ноу. Не-не, на спокойном. Сделал мне и подрил, подбрил меня. Подбрил нормально. Подрил. Я не понял. Хули тут пиздеть, блядь? Дядь, один, дай один штрих, ебано. Ну, подожди, стой, не бойся, блядь, не бойся.
Не, не смотри, Вась. Ну, иди ко мне по-братски. Нет, ну, насадку бери, глаза, бро. Не... Насадку. Подожди. Как его вытащить? Нормально. Это острый, его можно поцарапаться. Вась, так, блядь, не то так, не трипайся. Я так яйца себе ебашу. Не трипайся. Первый штрих, ебануть надо. Вот. Тестовый? Допустим, вот так тебе. Бровь рядом, глаз рядом. Бля, не переживай. Бля, по брови, если пройдусь. Оттяни просто, вот. Оттяни вот так. Будет как у Санька. Иди ко мне на зеркало, не двигайся. А, бля, в глаз, блядь. Закрой. Бизи-бизи. Ну, вообще. О, ебать, ровня. Йо, what the fuck, что за гуляш? What this? Ой, что я снимаю? Сука, блядь, сегодня чел, что-то не умереть от смеха. Блядь, ну нормально. Тогда и вот эту мне подбривайте, под эту. Если бы с такой хуйней... Снимай шляпу, снимай шляпу. Блядь, ну ты страшная сука, пиздец. Я на куклу похож. Давай для начала вот ему откроем глаза, а то плохо видит. Не, не на куклу, на уебище. Нужно ножник. Ну-ка, подержите. Нужно ножник. Коллега. Блядь, я ебал. Коллега. Подождите, господа, нужно обсудить. Нужно, давайте в переговорную. Леша. Да, Леша, сиди где-то, иди походи погуляй. Леша, посиди. Подождите, там. Нужно первую прическу попробовать. Чуть-чуть, да, немножко? Дергай его. Оттягивай. Ладно. Не-не, по брови пройдись. Нет, не надо, мне и так по приколу, по брови, ну с кайфом. 3 за 2000, кстати, если что, онлайн. Ты говоришь, 30 не будет. Похуй. Будет, все будет, Леша. Аккуратно. Я рад, что людям весело. Ой, хорошо. Хорошо. Стой, а, ебать ты... А, бля, класс! Ебать ты бишечка такая, бля, я ебал. Это на розыгрыш. Это он... Блядь, узко сделал, ну ладно. Можно Кае дать. Тихо, ты и так мне сейчас попросил. Нормально, нормально. Элвис Пресли, послушай, Элвис Пресли. Слышишь? Бровь. Да я вижу. Да не бейся. Да иди сюда, нахуй. Бля, Леха. Мне кажется, если вот, ну, дать градуса... Не влево, немножко вниз. Не, в рот. То как будто, Бля, вот бля, ебать ты принцесска, чисто в рот бы дал, отвечаю. Бля, чисто одноклассница моя. Бля, брат, ебать ты принцесска, я бы тебя снял на вечер. Ну, я одноклассница, реально. Ай-яй-яй, ебать ты пусечка такая, блядь. Да, я сейчас бы вот так бы схватился, люто сразу за штангу. Можно новость, пожалуйста, Леха Кореш обновил свою прическу. Можешь стрим инсайд? Ай-яй-яй, ты грязичка какая, блядь. А локоны вот так закрутить тебя, да, где-то, блядь? Ай-яй-яй. Подобаете? Ты чё охуел, блядь? Ты переговорную. Блядь, что ты, блядь, стреляешь, я охуел. Переговорную сюда. Да, Лёш, давай, пока. Я не то услышал. Я не понял. Так модно так, вы охуели. Я сделал так, ну... Блин, слишком коротко. Блядь, вы ёбки, блядь. Давай, давай, давай. Слишком коротко. А, у меня поцарапало. Слышишь, что мы будем делать с ним? Блин, въеби по брови разу. Скажи, пускай потом... Вы ему хотите ставить чашку всего кукфау. Вот так, понял, ну не оттягивай. Давай под эту шапку ебанем. Под эту пилотку, которую мы одели, так и ебанем его под эту пилотку. Кабриолет ебашь. Нет, так мы ебанем. Снежа, а потом кабриолет, а потом... Или озеро, а потом кабриолет. Или кабриолет с озером не состакается. Это состакается же мы. Не, кабриолет. Кабриолет, вот так. Не, кабриолет, у тебя только вот это остается и вот это. Да? А мы можем... Озеро сделай, да. В середине, чтобы, понял? Чтобы сесть было озеро. Просто. Да. Хорошо. Но сначала так делаем... Как вы ему сначала круг надо сделать. Так вы ему... Круг, да. Сначала сделаем вот круг. Здесь сделайте круг, нет, и потом круг все... Круг сделаем по... вот так. Сначала контур просто, круг у него рисуется здесь. Нет, а, смотри. Берег подровняем. Не, нам нужно, чтобы у него было... А потом остров снесло цунами, нахуй. Да. Но нам сначала... Нужно ставить вот посюдово, понял? Пиздануть его посюдово, потом тут. А потом мы убираем вот здесь и там. Да. И остается вот это. И потом клей на клей ему морду нахуй, понял? Прилепляем все эти волосы. Бороду. Бороду делаем. Он же хотел бороду, охуенно. Блядь, мы ему сделаем такие бакенбарды. Вась, ты там не на послушке не двигаешься? Ой. Блядь, так Кая ушла, как будто понял, она типа только что-то сделала. Девочка, ты не потерялась случайно? Тут поздно уже. Пойдем ко мне в номер. Вы вообще ебанатый. Ну, это гостиница, нахуй, как она называется?
Сияние, блядь. Девочка, пойдем со мной в номер. Да вы охуели, блядь, или как? Да вы что, еще каждый пизды был? И каждый пизды. Так это нам и надо? Даша путешественница. Ай-яй-яй, ты красотка, брат. Какая же ты милашка, я ебал. Лючий такой красивый. Илюша! Садись. Эй, где твоя пилоточка, брат? Нет, без пилотки, на контур. Вась, мы сейчас такое надриктуем. Беспилотник. Дядь, мы такое сейчас наделаем. Ну, чуть будет этот, диаграмму, понял? Садись, на тейбл. Садись. Садитесь, пожалуйста. Присаживайся. На тейбл, да. Да, да. Садись, блядь, пока при памяти. Базу берёте. Да ебки, блядь, как нахуй? Ну, Артурчик, прекрати, блядь, ты чё? Нормально, брат, всё сказать. Нормально, это всё программа. Да, это наша программа. Ты не гей? Нет, я не гей. Подожди, блядь, что это налепили на тебя вот эту хуйню? Где наша Боба Плейт? Ебанусь. Так, стой. Прежде всего, за $100 будет какой-нибудь Дорал Плейт, блядь. Ну ладно, позвоните, только если я буду пиздеть, нас точно тут, блядь, сват сейчас залетит сюда, турецкий. Кешекуляр нахуй сделает нам и будет в анусах проверять, если у нас закладки. Не то, что, блядь. Да, нужно делать. А этого не нужно. Этого не надо. Бро, тут есть турбомод. Ой. Вот, из-под ушей достать. Из-под ушей, с ушей. Можешь на глазок просто. Смотри, бро, да, вот посюда, вот так, надо везде вот так. Блин. Все, аккуратно, просто циркулем. Бро. Циркулем. Стоп. Стой. Ты мне сбоку, если будешь стоять насадкой, ты мне сбреешь под ноль. А мы тебе заранее не будем. Не, мы не будем тебе брить, не понял, что вот. Ну, давай мы будем вот так брать. Бля, как будто ему вот так поставить. Сейчас закипит. Стрим-код отсканируйте, блядь. Стой. Не двигайся. О, штрих-код у нас тоже прорай. Он уже вот он. Слушай, так может под пилотку его точно бахнуть, так, нет? Вот, вот, вот так аккуратно. Дайте изучить. Да нет, это слишком мало, бро. Мало? Надо побольше. Отсканировал штрих-код, в чеке пробилось петушиное филе 60 кг. Да ебанешься. Если мало, а вот такую. А вот это уже под озеро пиздячить, понял? Ого, ебать. Лав. 6-6. Не, бро, смотри. Когда большой вид меня не хором. Стоп, давай мне. Очень хороший будет. Стой, очень хороший. Нам надо... Дайте мне микрофон, подержите. А есть микрофон? Да вот. Вот он, микрофон, да. На сегодняшний день. Когда бывшие ведьмя не хором говорят, чё? Говорят, чё? Да ну нахуй. И лав иногда бывает, них там так же горячо. Горячо. Ты меня и найдёшь. Я как двойной. Если посчитать, ты проебал 2-0. Ха-ха, 2-0. И когда я торчал... Ты меня не верила, ну все, хватит уже. Садись, блядь. Нет, давай тоже. По белой хватит, сейчас мы здесь сделаем. Сайт запостили, но он придет. Да. Покажи. Да это дохуя, подожди, клянусь. Не, так мы никуда-то спешим, нормально. Коля же обновил прическу, так? Найс. Подожди, блядь, я вас не понимаю немножко. Понял, вот тут, смотри, делаем ему вот так. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Это дохуища, нет? В смысле, нет. Дохуище? А нам это не надо. А нам нахуй вот эти локоны его, блядские. Так это наоборот, если ему... Я их полтора года отращивал. Потом, понял, пацаны, тут, а потом тут, дрим. Если ему вот, вот так и оставить вот эти локоны, это ебать будет вообще хай. А, ты хочешь если локоны оставить? Если что сделать? Если, если так сказать... Озеро... Ты что, озеро прямо сейчас пиздует? Если машину без крыши, понимаешь? Вот, вот смотри, вот этого мы убираем, и остается вот это вообще. Вилли Вонка. Это вообще будет разъебало. Вилли Вонка. Вот, вот я предлагаю... Я предлагаю... кажется, с короткими тоже. Подожди, я предлагаю вот сейчас, смотри, я предлагаю сейчас вот здесь. Вот, прямо сейчас, за сегодняшний стрим мемы делайте. Лучший мем выберем, получит первое место 10 тысяч, второе 5 тысяч. Третье место, просто респект. Брат, я все понимаю, как эта хуйня делается? Смотри. Кнопку жми. Вот есть ощущение, сзади. Что если сделать... Не-не, сзади кнопку жми. Вот так, аккуратно. Это называется английская вечеринка. Давай тогда сделаем, давай сделаем пул. Давай первая, не, первая давай вечеринка, сделаем... English breakfast. Давай сделаем пул в этом. А? Пул, голосование. Либо мы делаем ему горшочек, либо начинаем сразу с озера. Блять, так... Если вы ему уберете вот все волосы вот эти у локоны, и когда мы сделаем кабрик, то будет не так смешно. Какой когда... кабрик, долбоёб? Бля, это жесткая насадка, поменьше надо. Тут 30. Так, подержись, я посмотрю голосование. Модуль, сделайте голосование. Либо кабриолет, либо горшок. Смотрите, ой, мы делаем да, кабриолет. Вот, типа, мы убираем ему... Стоять, нахуй! Стоять, блядь! Стоять! Ты никуда не сбежишь отсюда. Давай. Ты чего не так-то, блядь? Ой, ебать. Вася, тут уже под три есть, понял? Пацаны, English breakfast, мы ставим контр,
образовывается... Ну, пошот по церкви. Бля, ему туда нахуй... Яичница кругленькая. Перепелиное яичко туда. Классно идет, бро. Классно идешь. Бля! Слышишь, смотри. Илюк, надо сначала горшок делать. Смотрите, пацаны. Вот мы ему делаем вот такую выемку здесь. Ну. Просто наливаем туда барбекю соус, нам чикен фингерс приносит, и мы раз. Заказывай. Три. Мы кетчуп ебанем и будем трапезничать. Нет, это самый острый. Бро, самый просто вот, просто вот здесь что? Вот ему выемку. Каких волос там поляна будет лютая нахуй? Свежачок. Пацаны, вот здесь поляну мы делаем, соус до краев наливаем и... Картошечку. Да, 2 сантиметра минимум надо. Да нормально будет и с кайфом, бро. Это самая большая честь с кента волос головы похавать. Спасибо, брат. Это пиздец. Ты говори спасибо, что мы тебя не раздели наголо и суши брат. На тебя не выставили. Спасибо. Да, я бы попробовал. Ладно, там проголосовали за горшок. И вот ваше гостеприимство. Аня выложила. Это пиздец. Ну да. Готовься. Не, не пиздец, все классно. Санечек. Ой, Санечек. Аня, готовься наблюдать. Давай. Слушай, так, еще раз, клиент. Послушай. Давай. Все же это, не нас. Илюха, нахуй, покажем нашим те, как мы хотим выбрать. Потом, чтобы Леха увидел нас. Потом, если мы, захочешь, не захочешь. Да, да, типа. Типа как каталог посмотрим. Да, да. Это знаете, как эти манекены стоят? Ладно, я думаю, что... Не, вот. Все, ебашься хорошо ему. Я думаю, знаешь что, брат? Это должен сделать Саня. Поч. Потому что, ну, вы... Давайте вот, моя часть Илюхина злого. И все. Не, моя часть вот это. Филе. Я потом филе. Бедро, бля. Я не понимаю, парень, это. Леша, все нормально будет, Леша. Сейчас будет просто. Слушай, мы делаем это лучше для тебя. Мы знаем, как тебе лучше. Все будет хорошо. Делаю. Не спрашивай. Сейчас твой фильм. Леш, не переживай. Если с вами происходит то же самое в школе, вот телефон горячей службы помощи для детей. Да. Дети, звоните. По бровям пройдись. Не надо. Санечка, пожалуйста. Ты на ручку? Ты только на взгляд пиздуешь, да? Ох ты ж, блядь, наша красотка. Дай. Держи его, чтобы он не бежал к зеркалу. Покажи. Ты одной рукой это не делай. Вот, брат. А ну-ка. Леша. Ебать. Леша. Стой, ему нужно. Дровосек, сука. Стой, вот его если сейчас вот это убрать, давай, он будет как в этом, американских фильмах, делай. Нахуй, на роликах. Ты как в деревне дураков, вот это. Подожди, я доставлю, да, это твои волосы. Да нет, давай так подредактируем по ту сторону под консоль. Не-не-не, нет, нужно именно вот так, понял? Ну, Станек, он уже выкупает. Смотри как. Я вообще не парикмахер. Пили вот так. Вы, сука. Посмотри так, что... Что значит пили? Пеле. Чтоб получалось покон... Блядь, Вась, ну ты кажись много промазал. Взял, блядь, бро. Козел. Сука. Сколько, сука, мне надо было взять? Бля, бро, перебрал. Ты кажись много брал, да. Но не получится симметрии. Нормально, нормально. Стой, стой. Бля, старый... Много, ты чего? Старый Леха вернулся, вот он. Стой, стой, нормально. Не, точно? Перебрал. Подожди. Вот это что за хуйня, блядь? Пошли, это уже новый харикат. Иди, иди, усты. Иди, слезай. Ебать. Смотри, стой, меня, знаешь, как в детстве вот эти типы с прическами с такой длиной. У меня была такая. Бля, иди нахуй. Йоу. Леха американский фильм. Леха, Леха, бля. Ну как мы криво подстригли, сука. Стой, вот, ну. Ай-яй-яй. Смотри, центрифуга. Вот. Ну что, вот, я ему здесь ебанул. Нормально же? Уёбки. Вот ты. Лёш, мы делаем тебе лучше, Лёш. Мы знаем, как лучше. Наращивай. Да, мы могли бы в честь солидарности тоже въебаться на лысо, но лучше тебя. Знай, скинь мне этот видос, пожалуйста, я хочу посмотреть. Мы не особо солидарны просто. Да, мы не особо солидарны. Можешь скрин скинуть с видоса с этого? Лёх, нормально тебе? Бро. Бро, а ты рок-н-лор? 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 Рок-н-ролл? Рок-н-ролл? Я уже вижу этот мем. Фотка твоя. Мы ему эту розовую открыли. А, ушла эпоха. Та самая, да? Ушла эпоха, все. Рок-н-лор. Рок-н-ролл, ебать же, да? Рок-н-лор. Рок-н-ролл. Очень что это, блядь, солист Rolling Stones. Давай. Садись на престол, солнышко. Давай, давай. Что, продолжаем колпак делать? Клиент, клиент, присаживайтесь. Да, 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 давай. Стобан 2018. Давай. О, да, у Стобана так же было.
Это дрейн, вы не понимаете. Садись, Лёш, Лёш. Аккуратненько. Лёш, Лёш, у тебя много солей в тебе, Лёш. Блядь. Лёш, у тебя много солей. Убери соль. Не надо мне сыпать. Лёш, Лёш, это турецкий. Не надо чай. Мне наливать! Лёш. Холодно, ебать! Всё, Лёш, сиди, сиди. Это рок-н-лоу. Не надо. Сиди. Охуеть, ебать, помолодел, ёбись. Смотри, волосы вот так берёшь. А хвостик такой сделаем ему людей? Вот так. Давай, рок-н-ролл. Моя черга, да? Моя очередь? Да, давай, блядь. Рука! Держи. Нахуй, нет? Да мне на самом деле. Расческа с тобой есть. Ура! Блять, подожди, надо не отходить от нашего задуманного плана. Так уебашьте. Тихо, вот. Нет, нет! Ну, брови, Артурчик! Косую, косую, нет, нет, косую, Артурчик, нет! Ну только не брови, пожалуйста! Хоть что-то оставьте, только не брови, ну пожалуйста. Усики сделай, хоть усики тут. Не-не-не, не надо. Можно такие? Не надо. Нужно вот это подробнее. Давай. Вам что, мало волос на голове? Че вы меня? Давай. Давай, равняй. Надо подровнять. Пожалуйста, только не бровь, Саныч. Да я не бровь, бро. Ты-то не бровь, у меня сделай, бровь. Сделай, знаешь, как ему, брат. Не-не-не, стой. Тихо, там бровь. Да я вижу, да все нормально. Уй, блядь. Блядь, да ебать. Хуесос. Такое ебало было. Мимо, мимо. Ниже, ниже. Нет, точек не надо. Да, блядь. Нормально, нормально, это наш. Глазки, глазки закрой. Лёш, да, закрой глаза. I'm fresh. Тихо, стой, стой, сейчас пол сниму и потом просто покажу результат. I'm fresh. Подредактируй, редактируй. Давай как в этом GTA San Andreas, типа ты отходишь, и у него новая прическа. Holy fuck. Бро, ну как его? This is busting, bro. I like you, Kaji. Подожди, вы хотите... Не бойся, расслабься. Лёха, смотри, в нашем деле это главное расслабиться, получать удовольствие от процесса. Блядь, ну некомфортно стричь, блядь, сзади. Пиздец. А блядь, то, что смотрит? Лопи тип нахуй сидит, блядь, смотрит на тебя, неловко не мое. Так, а что мы ему сзади редактируем его как? I'm fresh. Как мы его сзади редактируем, слышишь? I'm fresh. Давай доделаем горшок. Горшочек? Давай, дай я ему Короче, дай его раз подрежу, блядь. Да, так ничего, не попался. Бля, охуенно, брат. Нихуя, ты обосрался нахуй. Нормально. Обосрался. С кайфом? Вот так оставить, запах хирургу. Ой, хирургу. Я думаю, к челу прийти вот так вот. Смотрите, короче, можно вот тут вот это вот срезать, а вот это останется. Понимаешь? Тоненький хвостик мне, как в школе. Не, прикладывай руки, это наше произведение искусства. Понимаешь, мы это Микеланджело, Донателло и... Леонардо. И не черепахи. Они по-разному, если все просто... А худой. Если отрежешь... Илюша, сгорею! А есть насадка? Вот у меня так в детстве было. Папа сзади сидит, мне какая-то дура что-нибудь сбреет лишнее. Папа! Вот так вот. Мне тоже так раз подрыхтили, вот так нахуй. Нихуя не было зразумело. Чё и как. Давай. Ты сделаешь. Продолжаем. Бжим-бжим-бжим. Вот тут ухо тоже аккуратно. Да я вижу, бро. Оно нужно еще мне. Бро. Мокрого Вилли? Хочешь мокрый Вилли? Нет, не хочу. Мокрый Вилли. Я уже не чистил 3 года. Засовываешь пустой палец, возвращаешься с бонусом. Бонус. Бля, ебать, ты он прям в ухо ебашишь. Просто в мокрый. Бля, смотри, а, ухо не подрежь, дай я тебе возьму это ухо бляской. Вась, ебать локоны. Смотри, сколько историй в них было. Я ебал, они столько всего прожили. Ты прикинь, щи просто выбегают. Толпа типов вылетает сейчас. Общага на волосах имеется? Чуть ебанул. Бля, Вася, чуть ебанул по уху. Ничего страшного. Будешь на косых двигаться. Вот тут уже нормальная эта шапка. Давайте ему в руки всегда эту хуйню. Ну, волосы, точнее, его. Вот так, да. Держи. Это твое, кстати. Тут уже под насадку. Давай, давай. Брат, классно. Сзади под насадку. Приятные такие? Нихуя себе, кстати, густые, блядь. Можешь продать, блядь. 2 сантиметра это сколько? Подожди, ты вот эту хуйню теперь хочешь ему убрать? Мы убираем ее или оставляем? Бля, как бы было смешно, если у него волосы были и вот здесь лыска. Бля. Давай делай. А можем сделать. Давай. Мы все уже захуярили вот здесь. Мы уже бляу нахуй. Бляу вот так, блядь. Вау. Давай косичку оставим, я вот здесь ебану. Дай, блядь, вот так хочу. Бляу ебануть, Зара. Сейчас, очень я хочется. Вот косичку. Вот так. Вот это сейчас уберу. Одну вот аккуратно оставить вот здесь. Да. Нет, ну а чё бы нет.
Лёш, как ты себя чувствуешь, Лёша? Алексей. Охуенно. Лёшенька. Лёша, Лёша. Прикмахерскую пришёл, учил. Лёша, лети с этим домой, бро. Ишу, возьми в образке. Кэшбэк можно тебе. Можно тебе сразу, сейчас мы вот так ебанём сюда. Стой. Не-не-не. Вот, кэшбэк. Вот тебе нужно было тут. Раз. Раз. И нахуй эти операции. Нахуй мы тебя брили тогда. Нахуй эти деньги платили. Возьми вторую руку, это кэшбэк. Давай. Ну шо, попор тебе. О, ты слушай, ты хорошо выглядишь, девочка моя. Ай-яй-яй, принцесса. Ты номере одна сегодня? Да. Или как вообще? Лёха. А слушай, а если вот так сделать такое, допустим? А ну дай мне чуть-чуть. Тоже прикол. Вот так. Оп. Мексиканец. Уан, миго. Вот хорошая коса. Блядь, что ты все ебашится, ебаси. На английском. Амиго — это друг. Лёш, ты уже... Блядь, Лёш, ты на такой принцесске двигаешься. Рок-н-лор, блядь, точно, я ебал. Чисто соли из группы. У тебя сзади коса. Я похож на какую-то реально солистку из каких-то, блядь... Боевых искусств, слушай, ты нет. Девочка, которая дерется за деньги, как, мне ебать кажется. Ебать и Костя Дзю. Костя Йосип, ты ебать, нихуя себе, блядь. Слушай, ну классно, и сзади вот это... Блядь, я на инстасамку похож, сука. Гляди, нахуй. У него такая же хуйня. Бля, я слушай, инстасамка. Тебе прическа охуенно идет, Лех. Я вспоминаю Леху, которого я видел когда-то летом, блядь. Просто гениально. Коллега, ваша очередь. Хуяли мои, ебашите взяли. А смотри, а что за хуйня вот это? Кабриолет. А что, разного цвета что ли? А что за хуйня? Черный. Да ну нахуй, я сидею. Вася, что на оранжевое вообще вот это? Тут оранжевое, тут коричневое. У меня седые волосы и перхоть. Не, седых у тебя нет, еще молодой. Раньше я химическую завивку делал, они вот такое блядство превратились. А еще и вот... Вот и новые волосы будут на голове, блядь, вообще классно. А прикиньте, у него такая тема, мы его побреем, он вообще никогда не вырастут просто. Вырастет только там, где он забил, вот тут на эмках чисто, понял? На эмках. Вот тут спереди пам. Только пам, волосы пам и все. Ебать ты. Скрзор, ты че? Как вообще дела у тебя, Диман? Басик, едем ко мне? Опа, типчик сзади наблюдает еще. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, знакомства будут какие-то? Я говорю, у меня в детстве такая прическа была. Это Барби с Райаном Гослингом. I'm fresh, I'm fresh, I'm fresh, I'm fresh, I'm fresh. Да, Лёш, так, уже надо, блядь, уже всё, чё, понимаешь, Лёш, уже надо внимание, сейчас, вот я, тут, я, вот тут, я, делаем я, то, что мы задумали. Я сейчас скажу, что сбривать, сделаешь. Делаем то, что мы задумали. Сосадка уже? Да. Лёш, я с тобой, слушай, всё, что происходит, тебе снится. Ты всё ещё в Магнитогорске там живёшь, всё нормально. Магнитогорске. Железногорске. Электростали. Электродерево, блядь, ты живешь там сейчас еще, понимаешь? Просыпаешься дома, пока у тебя компьютера нет. Все, что происходит, это сон, Леш. Ох, а, ебать. Прям вот так. Чтоб ты понимал. Ох, ебать, несется грива. Вась, горит, блядь, шевелюра, блядь, зажует. С первого раза не получилось. Ой. Опс. Не, еще, дай еще резь. Помните, что 2 сантиметра надо? Пацаны, да не бойся, мы наголо ебашим. Стоп, а это сколько? Это 2. Это 0,5 написано. Вот 0,5 написано. Это нормально, Кая? Это нормально, да. Ебашь ему еще там. Не получилось, понял. Не, еще пиздюй. Что там получилось? О боже, блядь. Ебать, Вась, как будто... Что это, какое нам озеро, блядь? Еще не поменялось. Куда это, блядь? Вот тут лес, дай на секундочку. Тут бревна, ёпта. Так нельзя. Как нельзя? Можно? Блять, а че он не стрижет? А просто это все, нам больше нельзя стричь. Тут есть сантиметр? В телефоне есть сантиметр? Померяй, блять, сколько там? Тут два. Все, это 12 вообще. Да ебать, но тут не два, Вась, блять. А сколько? Тут меньше, тут см. Какое см, блять? Там пишет, там похуя моего. В размере, блять, вы че? Сантиметр два. Вась, а что, нельзя тебя под ноль чисто? Нельзя, нельзя. К сожалению, нет. Не плачь. Так во. Вот это трешечка. Вот трешечка. I'm fresh, I'm fresh, I'm fresh, что это? I'm fresh. Это не 3 см, 3 см это во. Ты че? Это дохуя! 1 см во. Вот. Фаланга пальца сколько сантиметров? Вот 1 см во. Чат, одна фаланга пальца, сколько это? 1 см. Вот это хорошо. Нет, 2. У меня 2, у тебя. Ну хуя у тебя фаланга, блять. Тоже. А на ногти его посмотри. Блять, у тебя огромные! Ты что, черепашка, блядь, или что? Я ебал, блядь. Красивые такие, слушай. Колечко у него еще, блядь. Ты замужем, что ли?
За. Нужно? Нормально, нормально. Вот так просто. Сделай то, что, давай, то вот, что чувствуешь, брат. Нет, стой. Сделай то, как чувствуешь, понимаешь? Сделай по чувству. Леш, расслабься. Леш, держи приколюхи свои. Челку тогда. Держи. Да она же нихуя не будет. Да! Блядь! Леш, это твое. Нормально, Алексей, все хорошо. Водички дать тебе? Водички хочешь попить? Сигаретки, не кури, на. Электроночку. Подожди, на приеме нельзя. Нормально, Леш. Ну ладно, держи. Мне кажется, это те слова, которые не хочется от парикмахера слышать. Блядь, ебать мой хуй. Вот это кенты твои, кстати, ты знаешь их? Ну как? Какие кенты? Да. Нет, ты тут кентов увидел, да? Леш, нормально все. Да куда тут челка идет, не понимаю. Да просто ёб... Лёня! Прическа какая, блядь. Ой. Ой. Ой, блядь, ёбаный рот. Заделают, ничего, завтра. Там, Вась, дай, вот, ебани вот так, понял? Не, челку нужна ещё. Вот так, блядь. Ход ещё. Я так бы хотел сейчас бы его подчекрыжить. Это ты успеешь. А это тут при чем? Ну и стрижемся же. Вот такую, да, оставляешь? Жиденькую. Да, жиденькую. Да, вот так. Прямо один рядочек. Блин, вот так. Блин, все, нахуй. Блин, вот эту штучку так на себя немножко. Сними. Да, сними ее, ну разок. Сними, давай пошире. Бля, ну что там нахуй, хотите сказать? Так нельзя мне. Там мне кажется, тебя срежут. Я видел, когда волосы садили, все лысые ходят, и ты лысый будешь. А почему мне сказали оставлять 2 сантиметра? Я спросил, можно побриться? Да просто на всякий. Может, у них фетиш брить людей? Раз волос, наверное, надо. Мне кажется, это половина людей думает, он просто решил постричь, что нехуй делать. Чат, не плачьте, это же мы стараемся для него. А что, плачут? Дай посмотреть, что пишут. Сейчас что пишут. Давай я вот так сделаю. За тут засунул. Ох, ебать, так я понял, что плачут. Блядь, а я нахуй ему показал? Блядь, я его... Видел его. Скажи. Вась, ну ты вообще типа пиздец полный. Ласковый мой. Ну давай, если бы я ночью увидел это... такое, я бы охуел. Вот это нет, Леш, это если бы я ночью прикурил вот так и увидел, я бы охуел, это честно. Ухо я вижу, брат. Ой, да есть же нахуй. Да есть же пожестче, блядь, дай грязи. Блядь, ты мне палец чуть не спилил. Нахуй. Так, челка тут докуда, вот. Опа, ой, ухо, блядь. Не бойся, я возьму тебя за ушко. Я его засеплю, бро. Так, пиздяч его, туда есть, да есть же, нахуй. Ой, подожди, а ему можно руками врубить чуть-чуть? Нет. Страх тебе беду. Ну, чуть-чуть хотелось бы чисто. Есть. Что это? А нахуй вы это сюда кидаете, на пол? Это нормально, Лех, не переживай, тут клининг. Так, и ты знаешь, вот когда у тебя есть какой-нибудь знакомый барбер, и он пишет, модель, записывайтесь на там стрижку бесплатно, типа, понял? Нужны модели. Нужны модели для стрижки. Нужны модели, да, я понимаю, бро. Оплатить только расходники. О, что-то оно, слушай, а не лагает чат у вас? Что-то оно кадрами перекидывает, как будто мы в фильме. Это может телефон нет? Лагать из-за большого количества смайликов. Да, есть такое. Это из-за смайликов? Трансляция не лагает, это только у тебя. А, так. Я понял. Просто с таким не сталкивался. Подумай только, стрижу хозяева. Стрижу. А ты что, все пиздел на фриков, а? Понятно? Даже добегался, блядь. Думал, не пострижем тебя, блядь. Ну тут, Васек, подстригли тебя. Дядя Толик, подстриги меня под нолик. Дядя Толик, да я раз его встригну. Парируй, парирам. Бжжж, дай бжжж. Смотри, с той стороны, вот тут делай. Дайте мне его. Ха-ха! Ну что, Вася, а ты говорил, кто там? Прики сосать. Ну, зара, ты пососешь. Блядь, не так. Как, блядь? Ну я снимаю. Нет! Как? Вот так придерживай и хуяч. Я люблю фрик-сквад. Я люблю фрик-сквад. Конечно! Громче! Я люблю фрик-сквад. Я люблю фрик-сквад. Я люблю фрик-сквад. Я люблю фрик-сквад. Блядь, а что ты не стрижешься, дядя? Я люблю фрик-сквад. Блядь! Вась, ебать там...
Я люблю Freak Squad. Конечно. Косу оставь нам. Я извиняюсь. Вот это ты был. Ух ты, блядь. Покажи. Я извиняюсь перед всеми Freak Squad'овцами, которых я оскорбил. Мои слова, они... Про Игоря Габбана. Кто наш папочка, да? Что ты говорил? Кто казино-стример там, блядь? Я? Там? Я казино-стример? Кто там казино-стример? Я не понял, блядь. Спроси за Барби. Спроси у меня за Барби. Давай. Косу, косу. Блядь! Ну чё, Касинат, сосать. Онлайн столько же, сколько у него на sleeping room. На sleeping. Он не sleeping, на just sleeping, блядь. Ухо! Ухо! Бля, я ухо оставляем, что ли? Сказали под СМ убирай. Тихо. Ухо 2 СМ. Что сзади? Сзади. Начинаем? Я думаю, вот так надо теперь оставить. Понял? В смысле, одну косу такое? Спадывает простыня! Да похуй на нее вообще уже. А, ой, бля, волосы. Ой, блядь, нормально. А кто-нибудь выкиньте это в раковину. Так нам а если вот так? Не надо! Вот. Хорошо. Схуяли, откуда это появилось? Мой лобок. А если я подброшу вверх? Не надо. Не надо, не надо, ты что? Будет фонтан. Может, сожжем их? Не-не, у него голова заболит. А, серьезно? Если волосы сжать, голова болит? Ну, так, если... Я сам говорю, хорошо. Вот это надо убрать. Конечно, конечно, конечно. Не проблема. Так, голову немножко вот так. Знаешь, как парикмахер тебе будет? И ты такой думаешь, блядь. Надо, куда это выбрать? Так. А вот там Ераглин. Так, глаза закрой. Что? Лук-садик. Ой, извини. Ебать, мы в халатах, как эти, блядь, какие-то, ну, сумасшедшие, блядь. Держи, держи, держи. Я тебе говорю. Держи, держать голову его держу. Коллега, тут надо челку подправить. Тише. Челочку, конечно. Саня, ты челочку, пожалуйста, бровь за ней. Нет, да нет, тут не вот, переживай. Нужно снять насадку. Нужно насадку снять. А? Я что согласен. Нет, нет, Саня, давай конечно, ты. Конечно, насадку надо снять. Саня, ты давай. Вот это другой раз. Нет. Подправить. Саня убил дракона. Нет. Саня дракон. Нет, Артур. Сидеть. Нет! Неужели, блядь? Ну я сделаю. Я люблю Freak Squad. Я люблю Freak Squad. Любишь, точно? Да, я люблю Freak Squad. Держи. Я люблю Freak Squad. Только не бровь. Саныч, помогай. Нет, ты чё? Да ты чё? Тут не надо. Ты чего? Пока не надо, а как вы хотели подправить? Вот тут подправить. А, точно? Тут бровь. Тихо, аккуратно. Да, не тут вообще. Ты, блядь, ногти подстриги нахуй. Да не хочу я ногти стричь. Не переживай. Не, ниже. Вот тут, да? Вот так, да. Подожди, там бородовка. Там... Бродовка. Все, 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 нет. Все, все, все. А вот это, вот это, вот это, бакенбардик, можно пиздануть разок? Дайте хотя бы проверить разок, ну пожалуйста. Как мне тоже так хочется, мои какие-то... Обратные, можно посмотреться? Пока нет, нет, кайфуй пока, зайка, кайфуй. Как это, обратный ракет? Кайфуй пока, зай. Саня, поздравляю тебя с прохождением дракона. Что мы делали? Саня, да, ебать тебя дракона там выебал. Когда ты им был, блядь. Топ-1 краш, нормально. Всех ты это ждет, бро. И Саню побреем, и Илью побреем, и Каечку. Все хозяева к этому придут. Сиди, стул не хуй, сиди кайфуй, как говорится. Там приезжали. А хорошо. Ай-яй-яй. Принцесска. Леш, ну слушай, ну ты привлекательный. Вот я когда-то его первый раз таким увидел, я бы попросил больше не писать мне, если честно. Директор. Почаще. Ой, губки какие. Если бы в деревне был, свой был бы парень. Ну да, если бы ну, там никого не было жителей, то да, ты точно свой бы был бы тип. Свойский тип. Да, такой один. Когда дед с батей поняли, что у тебя не мужская прическа, это вот. Брат, а что щелкай? Дай я разок прочекрежу. Блять, вот тут проводишь нахуй. Детская хуистика, блядь, просто остается. Правда, вот хочется дать жизни, блядь. Просто хочется взять, блядь. Сука, нет, дай я дам блядь. Жизни, блядь. Да дай я разок пройдусь, делай. Нахуй. Все, снимай насадку. Снимай, держи его руку, блядь, держи его. Все, лови пенек. Ух ты, блядь. Дай мне разок его. И все, его нахуй. Я что хотел парикмахером быть. Ну ты уверенно это делаешь? Брат, ты, как рад, ты себя чувствуешь, Лёш? Прекрасно. Прекрасно? Мне очень все понравилось. И как тебе наша Игорь парикмахерская? Габаров очень. Как наша парикмахерская тебе? Так, сейчас, мне нужно тут... Парикмахерская как хорошо. Наша тебе? Тебе нравится все? Что у тебя там? А что ты так держишь? Опустись. Бля, волосы надо было продать. Не переживай. На экс-аукционы.
Давай парикшник тебе сделаем, на всякий случай. Днем поедешь сразу. А у нас не курит, блядь. Нас не курят, блядь, ты не понял? Эй, брат, добро не выкидывай, мы себе шубу сделаем, носки махровые. У него именно махра растет на голове. Так нормально. Ты резко мне забрили, только что челку отрезали, уже весь слышал. Пиши кулер. Дайте, пожалуйста, посмотреть зеркало. Не-не, кайфуй пока. Нужно... Поверни камеру хотя бы, дай чатку. Нет. Я тебя снимаю. Я же ему не сделал. Вот Илюха, можешь посмотреть через камеру на Илюху. Угу. Чат вам классным. На им классно, вот они, почитай их. Да. Саня убил дракона. О! Зайдите, напишите поздравление. Илюх, нужно вот это придержать. Конечно. Скажите, что это в честь того, что Саня убил дракона. Так, знаменательное событие. Да. Хайп. Плохой парень. Забифил Моргенштерна, забифился. Саня убил дракона, я просто лысый еблан. Нормально, нормально. Где идет, кстати? Хозяева камбэк 23, нахуй. Вот так пишите. Что? А что мы исполняем, кстати? Ох ты ж токен, моден токен, блядь, или как? Это, как ты сказал, рок-н-лор? Это что, рок-н-лор, блядь, у тебя? Моден токен, блядь, какой-то делаешь. Рок-н-ролл? Моден токен. Бро, футболку придется спалить, сразу говорю. Да ну нахуй. Ну это все, пиздец. Это, да будет, да, напоминать тебе. Ебану. Вася, а что у тебя торчит? Это с мозга нахуй такое или что? Где? Да хуя умный, аж волосы пошло. Бля, вы точно с осадкой или без? Без. Стоп. Я уверен. Я сейчас просто захожу в телеграммы и сообщения от моей женщины. Мы расстаемся. Да не-не-не. С такой челкой. Она тебе просто... Таня, с такой челкой. Ну ладно, да, согласен. Дай, стоп, стой, секунду. Дайте. Вот это что было? Я буду держать ее. Держи за эту суку. Боже, какой же ты такой крендель. Более водянистую челку. Аватара сделать бы хотелось бы. Водянистую? Ты шаришь за эту хуйню? Санечек. И вот. Вот так на пальчик наматываешь его. Да, чуть палец сидит. Ой-ой-ой-ой, блядь, ёб твою мать, блядь. Ты так секс время? Я? Показать? Не надо. Я забыл, как его. Сколько там? Два оборота? Два оборота. Вот так берешь. Чик-чик. Все. Ну все. Вот мальчик. Вась, ну ты чисто, я тебе говорю, Ксена принцесса воин, дикая такая. Крендель. Ой, бля, ебать, ты чуть-чуть подрезал его, слушай. Ну пиздец, блядь. Вась, вот это надо оставить. Это, бля, ты ебать возле уха прям проводишься, уверенно. На смелости двигаемся. И тут. Ну, Вась, ну что там, ну хотелось бы, знаешь, полностью его ебнуть, горшок. Ну не горшок, вот так. Посмотреть даже в отражение свое. Ай-яй-яй, ну отдайся! Ну понял, оставь. Стой, дай вот. Не, все. Ты, Леша, уже и так попал, блядь, на крючок. Аня что-то в ТГ закинула, интересно. Ты что, мне ухо лижешь или что? Посмотри ТГ Ани. Просят в чате. Это хуй не сбривается. Правда, что-то... Поменьше насадку сделай. Стой. Ебаться, блядь, вы козлы. Она сначала написала 70к онлайн, и у Лёши и бреюсь под ноль. Ладно, хорошо, отмены. Или нет? 70к онлайн, и она под ноль ебашит? Не будет она бриться. А если будет, прикинь? А если будет? Я охуею. Это хайп в ТикТоке. Да. Да не, бро, прикинь, то вы будете двое лысых, прикольно так. Обоюдно, ну, классно. Надо ему уже показать. Хочешь посмотреть в зеркало? Хочешь? Или в чате хочешь? Те, кто не знает, почему я это делаю, мы поспорили на 5000 рублей, блядь. Да. Курочка по зернышку клюет. Красавчик. А я коплю, между прочим, на лечение. Лёшка, немножко... Нет, не надо без насадки. Немножко без насадочки. Нельзя так, нельзя так. Нужно. Нормально. Охуй, тихо, молчи. Подержи. Сань, да нормально, блядь, Лёха. Закрой рот ему, блядь, рукой. Нормально. Нормально, там просто челочка на глазах, нормально. Да ну нахуй, реально, все. Да с кайфом, бро. Иди смотрись, бро. Чуть отряхнись. Потряхнись, да, вот и на шляпе двигаешь. До ванны дойди там. Закрой глаза ему. Не смотри пока в зеркало. Не смотрю. Не смотри в зеркало. Дай мы зайдем тоже. Это, бля, ебать, над ванной. Над ванной сделай. Да я ебал ее. Моден токен, блядь, чьяк? Элвис Йосиф? Ладно, давай, садись до конца уже доебашь.
А Заня видел, какое грива? Это чтоб ты на вешалку себя вешал, допустим. Его слезы на глаза. Садись, доебашь мне до конца. Леша, ну так надо, бро, понимаешь? Ты же сам этого хотел. Леш, ты же хотел. Костюм на ближайшее время. Это Хэллоуин? Лёх, сади, это ебаша. Лёш. Лёш, ничего не поменяется. В пакете нету волос. Давай, погнали. Я бы охуел, он снял пакет, а там новая прическа, понял? Нужно зафиксировать. Блядь, слушай, ты даже лучше, чем тогда. Заебу тебя брутальное лицо. Стой, стой, иди сюда. Здесь просто свет хорош, челку поправь. Бля, Леха, ебаный рот. Штрих-код, да? А ты в пятерочке продаешь сейчас или что? Бля, охранник в пятерочке. Ну, бля. Да, отсканируй. Бля, можно отсканить, что ли? Поближе сфоткаю. Не, чтобы глаза было видно. Пониже. Вот больше наклона, вот. Ой. О, вот на любви. Ну, давай, стой, намочить надо. Бля, о, еще вот спинки нахуй. Вот он. Fucking hell, man, this stuff is lit. Ты как Акерман с Атаки Титанов, слушай. Ну, левее, Акерман. Ну, а чё? Меня флешбэкнул сейчас на 2007 год. Сидел? Я пошел в первый класс, у меня была такая прическа. А ты сзади видел что? Сзади вообще кайф. Просто понял. Вот так вот берешь. Один оборот вот такой делается. Сфоткаем, кстати. Ты не видел сзади? Не, вот сбоку хвост отъел. Так сзади вообще имба. Бро, сзади это писк моды. Хочешь, мы тебе его в розовый покрасим, как у тебя было когда-то, в красный, допустим. Бля, давай мы в красный покрасим этот локон. Давай на квадрат. Единорог. Покажи. Вот у тебя. Аккуратненький драконий хоз. Это челочка на твоих глазах сзади. Завидует, подмигивает. Что ты, Леша? Твои впечатления, бро. Погнали доделаем. А куда уже? Да не, нормальная прическа. Я думал, ты будешь, ну, пиздец, кодом. А так охуенно вышло даже. Бля, обидно, да, что бэкап нельзя нажать? Ctrl-Z. Бля, надо было, я бы еще раз сделал. Чтобы люди посмеялись. Да, не утешай себя. Что, челку убираем? Челку убираем, челку, хвист, уши, брови нахуй тоже. Брови твоим. Не нравится мне что-то. Ну что, как раз прикрывает. Бля, понял, вот я представлялся с короткой прической. Вот как было хуёво. Вот это в 100 раз хуже, чем я представлял. Понял? Вот я прямо сейчас готов, понял? Просто форточку открыть и... Подышать свежим воздухом. Таня, если честно, то нормально идет тебе. Да, все кайф. Там у тебя борода такая, челюсть, ебать. У тебя охуенно выглядит. Что ты наприкалывал себя? Ладно. Я за смехом и за улыбкой скрываю свою депрессию. Че, челку сам ебанешь себе? Хочешь? Давай. Это будет этот, так понял? Так по бровям он не ебанул, слышишь? Он может. Потому что это уже до конца. Не, куда ты без насадки? С насадкой ебашь ее и все. Нет, с насадкой делай. А, ты хочешь вот так вот? Ну. Может еще покороче или нет? А куда? Можем. Штрих-код вот именно такой длинный должен быть. Я знаю. Зубастик. Убираем штрих-код или есть кайф в нем пока? Убирай, убирай. Убирай, убирай, да, надо убрать. Да в нем есть кайф. Ну нужно убрать, как ты. Бро, нам надо полностью тебя. Понял? Надо убрать, чтобы ты лысый прям был. Если что, на 15 стояло. На максималке. Нам, кстати, не принесли болт. Chicken fingers, balls, noodles. Где нужно, блядь, вообще? О, смотри. Леша. Лёшка. Лёша, хозяева.
Я пропадаю из интернета на полгода. Ничего, я займу твое место, не переживай. Леша. Нет. Поменяемся жизнью. Охуенно, что ты там греешь? Ой. 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 Ну вот уже. Бля, слушай, да тебе идет нахуй. Я бью. Это боксерка называется. Не идет? Вообще нет. Ну, блядь, ебать, у тебя лоббешник. Ты все, ебнешь туда какую-то, может? Чисто пока. Пока время есть, пока волосы растут. Баннер, да, шутка по интеграциям несется. Промокодик такой. Да, блядь, нормально он выглядит, ебать. Не говорил урод, урод, блядь, да прикольно, блядь. Даже лучше. Ты прислоняй прям и давить до конца доведи. Бля, хотелось, конечно, вот ну лыску прям увидеть. Да, да, посередине. Вот ты завтра фул будешь, да, как? Ну, завтра должно быть. Так прям улетят. Я увижу точно тебя. Супер, под ноль. Я увижу тебя лысым точно. Да. Мы тоже. А вы как? Ну, на фото? Он через пару дней прилетит. Думаю, не успеет вырасти. Уёбище ебаное. Рефералку на лоб говорил. Стой, давай, давай. Закончил. Бля, давай эту косу ёбнем. А, блядь. Тебе говорю, бров вы так сделаете, что бров? Ты сейчас посмотрит, бля, рост-то нормально, я не раз его делать. Бля, ну тебе бровь там... Бля, реально, в принципе, да нахуй. Давай я доделаю. Давай, давай, дай, можно. Да нахуй ты вообще, у тебя даже буквы М нету, блядь. Давай вот эту. Я ебашу косу твою. Ты напридумал. Ебашь. Ебашь, ебашь нахуй ее, наглухо. Блять, бы заживало. Горит голова, блядь, у тебя. Турбо, о, турбо, больно, больно, не выдирай. Турбо, турбо. Не выдирай, турбо. Больно. Да я не выдираю. Блядь, да мы не знаем вообще, что турбо происходит. Турбо вруби. Да врубили я. Оп. А ну дай еще, еще подрежем. Подравнивайте. Это турбо несется сейчас? Да. Да, да, да. Ничего. Давай, епа. Ой, блядь. Нормально, Алексей. Только там аккуратнее, чтобы... Не, да насадка скилзор. Квикхантик, блядь, чё скулзор? Нормально, бро. Я вот сейчас реально же на квикхантика похож. Блядь, ну вот так. Так и должно быть, или еще его? Я не понимаю, на кого-то ты похож. Вот тут надо бакенбард. Нихуя уже, да? Бакенбард, я могу. Я составил этот. Ой, там слишком короткая, не? Не-не. Не, можно с насадкой. Я с насадкой, но без насадки не могу. Ебать, ты злой стал как будто. Ну, не хватит, как Артура. Ну, да. Типа, просто злой у тебя, да? Сразу какой-то такой серьезный. А есть облегчение какое-то? Таким вот так сделай. Можно ты, вот ты же вот так делал. Бля, вот ебать, я сделай. Могу понял, на похуя голову не мыть вот реально две недели. Пусть похуй будет. Бля, не знаю, что говорил, но нормально. А потом вот из такой прически иракез. Ебашишь, и чисто. Дядя, ты понимаешь, 60, что да? Ты будешь лысый, и у тебя вот эти две части, вот тут красные будут до пизды. Да мне лысый. Похуй уже, если честно. Артур. Помой голову. Да, помой. Ну нахуя я это делал, чтобы не мыть ее? Давай помоемся. Надо добрее, давайте добрее. Пойдем помоемся. Ты добрее? Сядь на парашу. На парашу садись. Зачем на парашу? С твоей прической на ней сидят, давай. Леха, Леха, Леха. Покидала по этапам тебя, братан, Лёха. Да нормально, я там мужские стрижки на себя посмотрите. Не, честно? Подлатые уёбки, на. А ну ёбни мне в середине, блядь, тут, поебашь мне. Вот не, не. Посмотрите на себя, нахуй. Знаете, сука, не провоцируй, я сейчас начну бриться. Бля, вот так вот выглядят настоящие мужики, да. Бро, если б не, ну я мне и так короткие. Я не знаю, что ты будешь говорить, Леха, но я тебе скажу, что прическа нормальная у тебя. Спасибо. Не, типа, без пизды, без пиздежа, вот так. Я думал, будет хуже, думал, выглядит. Кто бы что ни говорил, я тебе, Леха, скажу, прическа полная хуйня. А почему хуйня? Ну почему хуйня? Нормально. Ну вы, может, чаще его же видите, ну и так Леха, как Леха, блядь, обычный Лешка. Вот он Лешка. Ну такой, Леха, блядь, знаешь. Вот именно сельский Леха. С картошкой на спине пиздует, там повозка с конями у него стоит, бабазина ему дает по вечерам. Ну, типа, обычный Лёшка. Романтичный движ, да, на сеновале, сено в жопе, вау. Коровку попасти, коровку подержать за вымя, вообще охуенно. Ну, молочко дудить. Да подожди, ты уже нихуя не бреешь. Не, я просто делаю урон. Лёня. Да! Ты Лёня теперь, блядь.
Он тебе и тебе подходит, Леня, на туре. Профиль. А надо теперь сделать или фотки, так и профиль. На будущее. Вот я, Леня. Чат, а что вы говорите, что хуйня? Нет, мне нормально. Чтобы была ровность. Что вы пиздите, что плохая? Нормальные причиндалы у тебя нормальные, дядь. Ну что ты, посмотри. Бородка, короткая прическа. А! Блядь, да я ебал рот! Я думал, землетрясение, нахуй. Как вы охуеете, когда я себе татуировку набью вот здесь, вот, блядь, на броне? Ох, фейс. Край бэйби, на. А, бля, Андон, сука, это чтоб ты не выебывался, понял? Оставь, это сфоткаю, домой заберу, наверное. Слушай, тебе Леня с Ворониных нравился, бро? Да, да. Ну, ты похож на него немного. Ну, ты просто Джейсон Стэттон теперь, в натуре. Ну, я чувак с футболками теперь. Перевозчик. Блядь, ну все, волосы. У меня тоже уже. Предлагаю всем, предлагаю четвером помыться в душе от волос. Ого. Заева? А есть попить? Энергетик, ну, энергетик желательно не пить, конечно, он с сахаром. А вот водичку можно. Бля, как-то пиздец спокойнее без волос, хуй знает. Правда? Ты как будто скинул лишнее. Голова легче думается, я правда? Я сейчас голеньким чувствую. Чувствуешь посвободнее себя? Да, да. Ты понял, парикмахерский концерт такой? А, блядь. Гомзловать, да не, я такой буду урод, блядь, пиздец, клёпок. Да, короче, давай. Не. Вот сейчас, только тебя без вот насадки. Вот в поддержку мне, ну реально, блядь. Ну просто побриться. Настоящий друг. Блядь, ну я буду лысый, да? Бля, ебать. Коротко вот так. Брат, ну я буду просто пиздец. Стрёмным. Не, без насадки. Как мужчина. Ой, без насадки? Агрессивный тип. Хуй отряхнись, иди. Иди помойся, блядь. Иди помойся. Без насадки. У меня есть фотка, я думаю, что я изменился с тех времен. Один в один ебал, просто пиздец. А нужны ли мне вообще волосы? Давай сделаем тебе. Тоже меня ёбнем? Ну. Ёбнем? А завтра будет еще лучше, завтра буду чисто как насадки. Нет, я не буду лысый, блядь, но я уруюсь. Мне ехать... Это волосы, они отрастают. Да, у тебя брат. Твоя вот эта шевелюрка отрастет за месяц. Одну, а просто посерединке. Артур, не соглашайся на эту хуйню. Как еще вот раз? Так, да, ты сам себе сказал? Не, мне в чате написали, не соглашайся. Ты пиздёшь ебаный, никто не писал. Кстати, говорят, что за несколько дней до операции нельзя курить, мне сказали. Что именно? Никотин употреблять. Ага. Что ты считаешь? Что делать? И что там делать? Я лечу домой. Не-не, чат, мне будет страшно. Ты пытаешься... Я могу тильтануть из-за этого. Кстати, я когда сбрил брови за 200к рублей когда-то, я был в тильте месяц. Ну, именно в депрессии настоящей. Да брови хуже, чем, блядь. Брови это слишком жестко. Типа, я не мог ходить, у меня же девушка была. У меня была девушка, наплакала, понял? Говорит, уёбище, говорит. Примерно посмотрите. А я вообще, понял? Давай борду ёбнем тебе еще. Не, борду я буду отращивать. Блядь, красивая борода. Я Black Star иду. Ну, плюс-минус. Головной убор тебе как? Вот и пойти Англию охранять. Не, чё, я не буду. Это как этот, Эй, Арнольд был тип, кент, с такой шляпой. Лёха, твои, ну вообще, твое самочувствие как сейчас? Ставьте класс и подписывайтесь на канал. Парадевич Чил. Щит? Щит. Чи? Да как, да ебал я это все в рот, нахуй, если честно. Отменяйте. Можно надо? Как отменяйте? Мне не нравится эта прическа. Сука, Ctrl-Z, пожалуйста, блядь. Просто, да. И ты меня подбивают тоже на эту движуху, да, блядь? Пишут? Нет, они, конечно, пишут, давай, конечно. Во всех тут побреем в комнате, блядь. Комната бритва, бритья, блядь. Бля, какой я урод. Нет, ты сам... Да ты не урод, блядь, ну нормально выглядишь, серьезно. Ну, типа... Не супер плохо. Ну не супер хуёво. Ты сами волосы? Я пью её. И я тоже. Бро, ну серьезно, нормально выглядишь. Ну как будто понял районный тип вообще. Ну башка. Ну колон слив не одевай никакой, потому что будешь слишком сладкий. Я тебе, блядь. Ему стоник. А! Что это было, блядь? Прикинь, если он стоник наденет. Водолазку такую. Да я говорю, просто дефолтные настройки сбросим. Лёш. Ты понял, когда персонажа делаю, у тебя игра вылетела. Ну-ка. Не показывай. Показать? Блять.
Ебать ты бандюга. Это бро. Понял, первый предложенный вариант. Вась, это ты и крепкий показывается. Смотри. Это знаешь, а где бутылка? В район номер 13, вот такие типы. А дайте бутылку воды, смотри. Да, кассами должны, блядь, а ну стой. Да поздно уже причем. Уже причем. Стой, не, я не выливать. Стой. Не стоит. Не стоит у тебя, Лёх, что? Наключиться? Да. Ну ладно, стой, Франц, чуть-чуть. Так. Чисто сделаем тебе озеро. Не, терпи. Ты сильный мужик. Ты сильный мужик, терпи. Выпьешь? Ну, блядь, ну надо. Озеро. Тут не, там и тут озерка тебе. Теперь стой. Надо выпить это. И спить? Нихуя, не получится. Нормально. Ебать, спинка, ты занимаешься, бро? Хули ты накачанный такой, ебать мой хуй. А бицушка? Я не сказал, что вот на камере. Пресс, смотри, у него пресс есть, руки, смотри. Он в зал ходит у вас? Он качается? Вы его пиздите, не? Ебать, Вась! Теперь точно можно поставить. Пиздец. Просто, ну, блядь. Не знаю, Лёх, все охуенно. Вот мне, блядь, вот сюда упала вот так вот. Не, куда ты? Бля, ебать, ну ты нормально выглядишь, Алексей. Змею по руке так. Да, и чтоб в жопу да. Залазила, типа, сразу, понял? Со спины. Вот это сжечь, надо нахуй. Надо простернуть. Ну, чуть-чуть. Простернуть ее. Простернуть. Да. Ай, красотка. На, за подстрижку, брат. В донорскую зону, гондон, завтра шишка будет. Это чтоб крови туда больше прилилось. Чтоб волосы по кайфу были, бро. Ну. Давайте побреем Саню. Бро, вы же всегда. Это мое, да. Хочешь одеть? Она дорогая? Ну, не знаю, я в Амстере брал, а что? Тебе понравилось? Мне, короче, для операции мне нужна рубашка, я забыл купить. Потому что тут нельзя будет снимать, понял? Нужно, бери, чтобы... хочешь, бери. Я могу взять? Да, только замена футболочку. Конечно. Но она такая для широкоплечих больше, знаешь. Ну, нормально. Самый раз для него. Вайсити, мафиозники, вот так выглядит. Бля, ну ты рилико Дон Канальриоли. Это Дон Карлинон, блядь, Карлеоны, ёбаный, бля. Роллен Крок, как ты сказал? Рок-н-ролл? Лок-н-ролл. Ебать, ты на широком двигаешься, дядь. Сильно привет. Ощущение, что у меня рак, да? Не, не надо. Завтра будет еще. Завтра, да, будет, точно. И приехали, побрили типа на волосы, мне на рубашку, заебись, бля, работаем вместе, все охуенно, блядь. Типа и гости чаще звоните. Обычно за стрижку платят, а ты наоборот. Да. Схватился рубаха. Слушай, она идет тебе, брат. Ай-яй-яй, тихо, без секса, без секса. Слишком ход. Ход, ход. Она небольшая на тебя, бро? Она небольшая на тебя? Бля, она идет ему сейчас или нет? Вообще хорошо, с этой притчей. Не, с этой прической пиздец, ты рели секс. Рубашка с этой прической? Да, да, охуенно. Конечно, пару оплошностей сзади допустили, есть там, так скажем. Это плеш. Ты не увидишь. А ебать ты нежность, блядь, такая ходит она, да? Напередок слабый или нет, признавайся сразу. Че, долбоёбно. Ладно, было закрыто, я понял, все. Все, я понял, сразу дал понять. Ну на берег какой-нибудь Испании, вот. Его, да, отправить сейчас надо? И работать в картель. Шнырь-курьером. Бля, мне не хочется Лёху одного здесь оставлять теперь. Лёха. Он как будто завтра вон там его найдут. Лёха, во сколько у тебя весь этот движ, брат? Нахуй он 13 этаж поселил. Брат, а во сколько у тебя движ? Лёша. Лёша, а во сколько движ часов? 7 утра. А, нихуя. В 7 утра у тебя operation? Все точно. 7 утра. Ебать, а чё так рано? Стоп, сказали, и сколько часов тебе будут делать? Ой. Нам еще надо до... Лех. 8 часов. Ты будешь... Самое главное, вот я написал Жене, который менеджер Литвина, потому что он делал там же. И он говорит, я ебануто пожалел 1000 раз о том, что я не делал подседации. Хотя можно было. Я такой, чё нахуй? Я пишу, а можно подседации сделать? Они говорят, типа, вообще в теории можно, но это ебанутый стресс для организма, плюс... К 7 утра мы не успеем это уже подготовить, а вот заранее. А что это такое? Спишь. Седация, когда... А, фулл наркоз, да, типа? Да. Наркоз просыпаешься, слабее тот, чем наркоз. Тебе могут не так сделать, тебе потом не понравится, и ты не сможешь. Нет, так ты с врачом, он тебе линию рисует,
ты вместе с ним выбираешь, он тебе говорит, как для тебя будет лучше. И все, и дальше. Бро, ну... Ебут анестезию, уколы, вот это типа самое болезненное, что там будет, это уколы. И потом тебе забирают сзади волосы 4 часа где-то. Я не понимаю, где им будут, куда пересадить. Я тоже, бро. Вот, потому что они спереди, вот тут 2 сантиметра, вот. Вот это, блядь, ты там как кот наплакал этой хуйни, может нахуй это, ну рили. Брат, ну серьезно. Бля, в натуре, может реально уже нахуй. Брат, ну у тебя, блядь, ничего, проблем ноль вообще, правда? Я уже из Breaking Bad этого. Да, да, бро, я тебе говорю, тебе так охуенно, пиздец. Вот так ходил бы. Я вообще говорю тебе, мне нравится. Без хуйни, я сейчас посмотрел в зеркало, реально нахуй мне что-то пересаживать, блядь. Не, без хуйни, да, нахуя. Вот реально, сейчас подумал, типа. Брат, а что там такого, блядь? Да у тебя нихуя нету! Ну, тебе там ничего не надо. А что мы только сейчас его отговариваем? Бро, есть такая хуйня, есть такая хуйня. Если не нравится, ты можешь в любой момент сказать, да знаете, да идите нахуй, и едешь себе лысым. В отеле зато на халяву. Сока у тебя там, иди сюда ко мне, сладость моя. Сока там у тебя. Да ебать, у тебя, блядь, просто дефолт, как у всех. Шо, а у меня? Товарищ, у меня вообще тоже какой-то, сука, лопни. Ну, посмотри на этот баннер ебаный. Ну, тоже нормальный. Я мечтаю вот... лежать на операции, смотреть нарезку на ютубе вот с этой хуйней, и чтобы все писали, он ебаный долбоёб, типа, он нахуя ты ебла, блядь. Вот так вот. Ну это твой выбор, бро. Ну ты можешь всегда передумать. Это мой выбор. Потому что вот ты такой смотришь в зеркало, вот каждый из вас смотрит в зеркало, и вы такие, у меня что-то вот здесь вот мне не нравится, как выглядят мои уши, нахуй. Хуя... И никто нахуй это не замечает, кроме вас. Да. Как с этой хуйней? Это просто для того, чтобы мне легче стало, и все. У меня такая же хуйня, у меня 6 шеи нету, блядь. Да ты вообще охуенный, блядь. Ну гусь такой небольшой, ну блядь, ну охуенно же. Ну заебись. Смотри, блядь. Ты такой, понял? Ты снегирь. Вот ты чисто птичка вот эта. Блядь, ну вот. Вась. Ну смотри. Хуй меня задушишь, у меня шеи нет, с меня нехуй взять, блядь. О, нихуя себе. Ну, блядь, нихуя себе тут. Души блядь. Меня, сука, не поможет. Ладно. Бля, надо фронтеймер, если даже у меня слышать. Вообще страха нет. Самая фотка, где ты вот так вот в зеркало. Какая? Вот это где-то такой понтовый стоишь в зеркало. Бля, не знаю, но мне больше нравится, что он без волос, слышишь, блядь? И в этой рубашке нормальное. Ну, он злой. Злой, да? Такой angry. Danger. Я angry bird. Как будто если бы danger. В переулке его встретить, ну его вот надо. Эту, вот так в переулочке, понял? Он так стоит, вот так. Сигареткой. Ай-яй-яй. Вот так меня зовут. Малыш, а ты куда что-то тут делаешь? Как его сейчас в Москве останавливать? На каждом углу будут думать, что шнырь. Бля, это нормально выглядит, пиздец? Дайте уколоться, пожалуйста! Денджер. Такой денджер, да? Danger. Ладно, давай Илюшу Danger. Тоже ёбнем. Ну кто вот без хуйни? Ну кто? Ну пожалуйста. Ну ради меня, блядь. Ну пожалуйста. Ну сколько я для вас всего всех все сделал, блядь? Да, поэтому... Больше всего для Артура. Да, ну, поэтому злого больше всего подбиваю. Давай, блядь, этот... Илюх, блядь, я тебе канал поднял, ну пожалуйста, нахуй. Кая, ну сколько лет знаком? Ну реально, Каюш. В Челябинске вместе сидели, бля, в одном доме. Спать вы мне не давали по ночам. Санек. А что? Ну давай. Давай хотя бы пол стороны тебя срежем. Ты что делаешь, нахуй? Я не расплачусь за это. Раздупляю это. Ой, фисташки. Да ну нахуй. О, да ну нахуй. Мне кажется, фисташки здесь ебануто дорогие. Да. Ой, макадами, они очень дорогие здесь. Они знают, что здесь на операцию мажора приезжают. Ебать, мне кажется, это очень дорого стоит. Сань, давай хотя бы половину волос тебе срежем. Ну, одну сторону, правую или левую. Кого? Бедный Леха. Нормально. Ну, бедный в том плане, что не расплатится за еду. А так заебись всем. У него же даже денег нет. У тебя есть? Наличка есть? Да я особо не взял. А можно тебе будет посмотреть, как тебя всаживают тебе? Прийти. Нет. Не пустят? Ну, тут ты, может, поклевки накидаешь вот в раны. Ну, какой же поклевки дать? Стерильный как хорошо. Должно быть. А если, допустим, ему пересадить волосы с кошки? Луковицы с кошки, они приживутся в тебе? Чисто у тебя шерсть на голове будет. Я понял, почему здесь столько кошек. И почему только в Стамбуле операции делают.
Брат, у тебя, блядь, а пересади волосы себе, или с кошки, что у тебя шерсть была на голове, и гладить было приятно, понял? Так его нельзя здесь снова оставлять. Он загонится же, блядь. Ночью. Либо надо все зеркала разбить. А, еще к нам не открываются. О, найс. Зато выбиваются, надо. Да нет, дядь, дядь. Как они открывают, а это что? 20 килограмм весишь, куда ты откроешь там? 19 теперь. Бери 19, да. Как тот чел Вилли. В рилсах в инсте, где чел на подкасте сидят, ну там бойцы какие-то, и он просто на стол головой. Да. Я еще должен был так же на себя сделать. Нет, это забавная хуйня, пиздец. Какое зло, Ван? Алло. Саня, поздравляю тебя с прохождением Майнкрафта. Драконом. Поздравляю. Алло, спасибо, спасибо, пацаны. Такой вопрос. Алёха побрился уже? Да. Да. А ну, я правильно понимаю, что мы как команда все должны побриться или нет? Да-да-да, я согласен. Саня, если ты это делаешь, тебе будет нереальный просто респект. Я согласен. Это просто покрывает... Сань, вот конкретно... Я сделаю, как нехуй, если все будут. Брат, да они хлюпики, блядь. Один нахуй тиктокер, краш тикток, второй просто аниме. Ты тоже на стриме? Они не хотят? Они не хотят. Лысые хозяева, Риля. Я не сломал. Ёбаный рот. Короче, Саня, я не сидел. Отвлекись, Саня. Ну как ты себе представляешь, что Саня себе это сделает? Нет. Алло. Блять, ну нахуя вы это делаете? Уберите. Люха, ебать ты, блядь. Орешков поел, брат. Ебаный рот, блядь. Ебать ты орешков поел, брат. А, там все нормально. Что говоришь? Это антиквариатный стул, блядь. Он стул, Илюха, мне сказать, сломал антиквариатный, нахуй, 5000 баксов стоит. Ничего не ломал. Санек, если ты делаешь... Брат, они еще не бреются, еще и стулья ломают, ты понимаешь? А вот эти хлюпики не сделают. Ты уверен, что они не сделают? Уверен, что они не сделают, Сань. Ты сделаешь лысым? Почему? Он слышит, а все слышат. Да Лёха побрился, это уже. У Сани там брить, ёпты, как у тебя хвостик в конце мы оставили. Так а хули он пиздит? Короче, Санёк. Да ладно. Хотят они объединение хозяев. У него очень длинный волос, кстати, реально. А у меня тоже. Саня, похуй, отрастут, Сань. Да, они просят. Он пиздит, блядь, на стриме сидит и пиздит. Да он сейчас спокойно попреется, если вы попреетесь. Охуеть! Он говорит, не, ребят, я тоже побреюсь, но только вы тоже должны. Типа, понял? Он хочет, чтобы все вместе. Пускай он первый начинает. Он уверен, что Влад тоже побреется. Он просто заранее знает, что, типа, никто не будет бриться, блядь. А если... Почему? Нет, поэтому... нет, соглашайтесь, почему? Мужское слово свое даю, нахуй, на всю аудиторию, что сделать. Он просто знает, что мы не побреемся, типа, ни Саня, ни я. Разговаривай с Саньком. Алло. Эх, алло. Мужики. Блин, он был словом. Да, Аня пишет, посмотри. А? Кулич. Что? Хлюпики ебаные. Возьми Йосипа. Йосипы, здравствуйте. Ай, маленько сижу. Нахуй я живу, блядь. Тут, блядь. Хуйню с кем ебучую, блядь. Я пускаю. Блядь, и соку выпью. ТГ Ани срочно. Гляньте ТГ Ани. Ну, я типа, я 1000 миллионов тиктоков таких видел, где знаешь там... Она побрила кота? Да. Покажи. Как кот, при чем? Он вообще не выкупает за движ, блядь! Он вообще ему похуй! Подожди, человек тут реально подумает, что побреет, она просто ему уши назад сделала. Че вы, ёб... Чат, а чё вы пишете минус 3000 баксов? Да стол сломали просто. А. Ну что его не ломал? Блядь, ты чё, ебанутый нам? Я хотел, чтобы ты сейчас сломал его. Тогда ты б его сломал, нахуй. Ну да. Тогда... Не знаю, нет, не буду знать. Ему пизда, пойду. Давай, Артур, давай. Артур, похуй ему, похуй на стол вообще. Ау! Ау! Ты решишься, брат. Я тут ни при чём.
Давай забьем нормально. А то быстрее 30 метров пробежал. Вставай, ты нахуй стул сломал, долбоёб. Я не ломал это. Бля, Илья, ты заебал. Забей его, слышишь? Брат, ему пизда, его, там нет, сваи отлетели. Нет, вот тут подбить просто. Подбей. Там сваи отлетели. Подбей. Бля, я вижу свою лысину вот в этом отражении, мне плохо стало, бля. Подбей. Ой, блядь. Ебани вперед. Подожди, надо вот так. Я жми, бля. Позвони деду срочно, что делать? Бро. А все, пизда. Да, мебельчик. Ебать, ты теперь и нужен. Бра, выстави его за дверь просто, ну, возле другого номера. Может, кто-то забыл, типа, стул на улице. Скажем, ну я просто сел, и он отъебнулся. Вот. По факту, как вот. Смотри. Вот. Аня лысая. Не садись. Аня тоже ебанула лысая. Аня бреется? Не дай бог. Где? Не, нормальный стул, вот. Покажи. Тебе сказал, ладно, не бреется под ноги. Ладно, хорошо. Дальше. Нет, блядь, нахуй наебываете. Аня, не смей бриться, это хуйня полная, ты чё? Посмотри на меня, да. Посмотри на меня, я счастливый. Сиди, взял лысый. Я несчастлив. Обнови там кружочек. Пиздит, ей нечем бриться. Там уже триммер есть. Может, у меня есть бритва? Нет, кружочек. А чё они наебывают, блядь? Ёлки-палки. Лёша, Лёша. Нет, это нормально, ты выглядишь. Блядь. Бля. О, тренируй попу, чтобы проносить. Какую да. Движуху? Ты, ну ты как раз похож, ну в это Испанию. Это наркобарон или Тона? Есть. В Испанию, Герард, брат. Говорят, что есть. Так ты вот этот, Пинки, ебать. Да, я говорю, пиздец, похож. Джесси Пинкман. Джесси? Да, ты Пинкман. Бля, ты реально на него похож? Я пукни, нахуй. Да, будем варить. Да нет, блядь, кружка. Мед будем варить. Сейчас. Мед. Варить будешь. Что? Вот этот кружок? 13.47 кружок. Нет, вот на лыжи. Ты тебя забанили в группе, кстати. А на чё? Пиздит, я... Бля, Вася, если она сейчас будет лысая, я похуй. Байтит, да? А, байтит. Ну, мы с ней разговаривали перед стримом, она говорит, хочешь, я побреюсь? Она сказала, что может побриться на нас. Ну, карай хотя бы. Ну, лысый, это же вообще пиздец. Ну, это не, ну не пиздец, уже не такого ничего нет, но просто... Я ну... говорю, не надо. Он говорит, ну, типа, похуй. 2 года похожу. Чё? Тикток? 2 года с этими. Тикток? С париками? 2 года отращивала волосы? Больше. 2 года, наверное, только до каре. Да? Ебать. Вот такая, наверное, длина. 2 года. Кая, а у тебя сколько волосы росли? Не знаю, всю жизнь. Всю жизнь? Мне кажется, такие волосы за полгода отрастают, не? Такие. Не, ты чё? Не. Вот мою полгода... длину где-то полгода. Твою? Да. Не, полгода вот столько отрастает человек. Нет, типа я когда не стригусь, допустим, у меня вот такая шапка. Я говорю, 3 месяца, я вот так, бля, ебать ты модель, Вась. Ну я не знаю, ну что, хуёво подбрили тебя, подстрелили нормально. Бля, Лёх. Тебе нравится, правда? Мне лично нравится, да, серьезно. Особенно в этой рубашке. Спасибо, еще, брат. Мне лично тоже. Она пахнет. Да пиздят нахуй, не говори, хуйня дырявая. Я сказал, не нравится. Элю, конечно, тебе только аниме нравится. Давай, ты спрашивай, да. Да не, с рубашкой это. Да куда ты стул, сука, сломал уже? Куда тебе батончик? Я не высохну. Вот что чар думаешь? Можно пул сделать? Да, делайте пул. Спасибо, последний. Пожалуйста. Какие-нибудь... 2 варианта. Норм, не норм, вот так. Если будет 70% не норм, я больше не появляюсь в интернете. Ну тогда нечестно. Бро, ну когда я брови сбрил, я был... Я хочешь покажу, когда я брови сбрил? Я видел, брат. Нет. Я же смотрел эти стримы, вы чё? Ты помнишь? Я обновлю тебе память. Вообще охуенно в рубашке особенно. Это был плюс-минус тот момент, когда ты еще Моник разъебал, нет? Когда ты кулаком уебал по микрофону. Вот, Лёх, вот знаешь, когда ты будешь уебан? Когда? Когда у тебя отрастет чуть-чуть. Вот у тебя вот такая длина будет, ты такое будешь. Во-первых, завтра мне вот это сниму, ты будешь фул лысый. Типа вот с такой длиной, с такой длиной еще норм. Еще чуть длины, ты как бомж будешь. 2 недели восстанавливаться, и через 2 недели я могу надевать шапку. И в это время еще. И пока не отрастет вот столько, я буду всегда в шапке, я думаю. Ну да. Потому что вот это вот начнется вот эта челка ебаная, которая только вот так вот нахуй зализывает, чтобы нормально было. Не, как Криш будешь делать вот эту себе. Я молодой. Может просто всегда бриться, реально как Марсел. Бля, если бы у меня было строение лица, как у тебя, вот, борода, я бы такую... Лёх, 90% норм. Чё нахуй? Пиздят. Пиздят, ну там, по-любому до маски написал, пиздобол.
Лёва, 90% норм. Чё нахуй? Охуенно. Пиздят. Посмотри на это чмо. Я не верю нахуй. Я посмотрю. Я посмотрю. Снимай меня. Посмотрю, Сань. Сейчас появлюсь. Посмотри на экране. Бля. Ебать, я урод, нахуй, пиздец. В зеркале пиздец красиво, нормально. Посмотри смотрится. Себя, посмотри, вот это я, блядь, вообще. Покажи на камеру. Вообще пиздец. Артур, ебать. Покажи в камеру. Вась, ну вот это же вообще, ну просто, блядь, фантомас, нахуй. Ну блядь. Как это вообще можно двигаться, бля, с этим? Вот, бля. Вот это полный пиздец, понимаешь? А вот это еще нормально. Посмотри, почему я смотрю в зеркало и выглядит плюс-минус норм? Я смотрю, там на стриме я просто уебать. Без отражения. Да, не, тебе кажется. Смотри. Не, это... А вот это легендарная хуйня, брат. Да, это потому что из-за зеркала. Вот эта прическа нормальная тебе вообще? Что-то... Посмотри, я тут вообще нормальный тип. У Хесу такая. Просто пиздец, бро. Ну, типа, такой помидорчик. Ну, это типа, эта фотка до сих пор на тебе гуляет. Типа, как ну... я обожаю сторис. Так она у тебя в инстаграме. Сторис Артура, после того, как он побрился. Ой, подстригся вот этот. Хуя себе, блядь. Я так уже не делаю. Уже не то. А зря. А зря. Бля, мне вы уйдете, мне тут локоны собирать, нахуй, плакать в подушку и все. Зачем уберут? Да нормально выглядишь, нахуй на рубашечка, а мире там носки белые двигаешься, хорошо, трусики видно. Что у тебя супримы? Ну, блядь, ну как подбодрить еще это состояние? Ну, типа, Варпач 2.0. Хочешь шапочку? Пиздец, от 1 до 10 сколько? Что ты пиздишь? А ты побреешься? Вася вообще он глубже. 6. Ну, 10 где полный пиздец? 6. Я бы пятерку ебал, наверное. Ну да, это же там между 5. Я тебе шапочку сделал. Ну, давай 5.5. Yes. Вот так. По рукам. Не тебе, не мне. Лёш, я тебе шапку сделал. Вот, будешь вот так. Бля, потом... потом... А, вот головной уборщик. Как будто сейчас, ну, на стройке. Нет. Там стены красить, там вся хуйня. Заебал Майнкрафт и позвоните Ане. Лёнь, позвоните Ане, говорят. У меня телефон. Давай я позвоню. Давай. А ты чего будешь Ане звонить? А чё, я не могу позвонить? Суп так и не принесли, вот это беда. Я, кстати, сказала, что не принесли. Нам уезжать бы пора. Да, нам пора ехать. Ой, в аэропорт, гайс. Ой, вы скажете, уезжаете, да? Давайте взять. И билеты не брал, да, Лёх? Нет, еще. Алё! А ты нахуя побрилась? Ебать! Ты ебал. Привет! Здравствуйте. Привет, любимая. Уже, уже нет. Чё её не слышно, брат? Блядь, почему не слышно? На громкую связь включи. Сейчас, нет. Стой секунду. Перезвонить надо. Че, скажи что-то. Надо перезвонить. На, я буду переодеваться. Показывай. О. О, теперь другой разговор. Красиво. Спасибо. Ну как? Ну как? Ну как? Ну, что Костя же шапки хотел с кем-то делать, выпускать. Что хотел? Я знаю. Вот такой хайркат вам как? Шутки стали реальностью. Какой? Ну вот так вот, блядь. Джесси, не парься. Я разговариваю с Ильёй Джесси и Стайлом. Тут по видеосвязи, кстати. А! GSX. GSX? Вот я, блядь. А, блядь, Дамаскин, сука.
Чубрик с хуями. Это Саня кинул рейд или что? Ладно. Давай, пока. Давай. О, ту ёбище, блядская, ну нахуя. Это я, Миша, это... Это я, Алекс, а вы сегодня трек. Пахну мне на волосы, это всего лишь волосы, похуй. Ебать, если он застрянет потом где? Достану. Там соседей нет, поэтому пох-пох. А как ты это делаешь, я не сделаю ничего? Сука. О, на ногу. Ай, блядь, сломаю. Может, что-то еще из бара съем? Давай. Давай, я согласен. Давай подоткусываем просто. Я хуй. У меня бы мама посидела просто. Лё, дай мне футболку. Если Лёш, дай мне футболку. Сейчас дам, брату. Не хотите мазать? Нам надо уже прям ехать. Начали, хавайте. Мини-бар весь ваш. Это доллары? Да, братанчик, это доллары. Это фейковые. А ты мои лиры отдашь? Это настоящие. Неплохо. Хотя бы на такси. Да. У меня есть. А, или у тебя у нас Костя? У нас дофига. У вас, я посмотрел, там сумочки, охуеть денег. Нихуя себе, блин. Сейчас, брат, я тебе дам. Вот, кто здесь? 10 рублей. Все уф пишут за тебя, братан. А папочка на спорте. Он папочку залила водой, потому что он набухался вчера, как черт. Лёх, не хочешь Мадас пройтись? Я? Ну да, просто типа по ночам ты нормально выглядишь, чтобы отпугивать преступников. Ладно, что это, я могу любую, да, выбрать? Что у тебя есть? Вот такая. Носки, во-первых, забираю. Бери, если хочешь. Так, а это что, брендово? Вот такая вот. Это кто, ваш? Это ваши? Это старая Амины. Ее мерч. А это? И вот такая. Ну, это все. Я думаю, маленькая будет тебе. Все, да, нет. Это, подожди. Это Элка. Это, ну, это чей? Это кто? Марсело Мирикалс. Ямс. Кто? Марсело Мирикалс. Это ваш тип какой-то? Дизайн. Да. Ваш тип, да? Да. О, она теплая, слушай. Нормально? Да. Хороший обмен. Ну, такая, я эту рубашку в Амстердаме брал. И вот таких я не знаю, где найти вообще. Ну нормально, теплая, зато сисечки видно. О. Нихуя себе! Нихуя! Лёх, братики трахают. Не хочешь в магазик зайти? Лёх, вот можем сходить в магазин. А? Не узнал тебя. Это я снял еще три... 300 баксов я еще поменял. Вот. А где то, что я тебе давал? Ты знаешь, сколько я тебе дал? Ты мне дал 2500 лир. И вот еще. Что? Надо? Ты мне даешь? Да, тоже где-то 2500. А я хуй знает, зачем они мне нужны. Ну, да. Потратишь на что-нибудь. А мне некуда, я из номера не буду выходить после операции. Давай я потрачу. Тогда я держу баксы. Ну, я верну в рублях. Во. Чупик. Я хуею. Если еще что-то. Пойдем на Азик сходим. Лёш, пройдемся. Я чупик, блядь. Вот какой ты чупик, блядь. Ты нормально выглядишь, брат. Да, ебать. Не знаю. У тебя завтра жесткий день, а ты еще будешь загоняться еще. Не стоит. Илюш, ты тоже все будешь? Или ты в этом отеле? Я завтра все. Илюшенька! Ты сходишь в магаз? В какой? Или что, просто рядом будешь? Пойдем. Бля, вот так-то я нихуя себе, красавчик. Урод ебаный. Блять, курилки. Забирай, брат. 4, забирай. Тебе пригодится. А у меня есть на районе у меня. Я возьму себе. Что, куда? Так заезжай ко мне, может, брат. У меня айсберг летит через 4 часа уже тоже. Все. Не, ну классно, что вы все. Все уходим, да? Какой отель у вас? Ой, какой аэропорт? Новый. А, охуенно. Вы вместе типа поедете? Айсберг тоже, наверное. Слушайте. Он куда летит? Варшаву. А, Варшаву точно. С какой, бля, пустотой я вернусь в этот номер один, вы не представляете. Может, связь будем поддерживать. Буквально минут 10. Можешь остаться у меня ночевать? Да не. Почему? У меня такая хорошая кровать. Не бреются, не остаются.
Ты останься, хули ты здесь. Каких тёлок, нахуй? Я шучу, я... Есть. У меня самая охуенная женщина. Вот Илюха вчера говорил, что хотел потусить с девчонкой. Серьёзно? Тогда. Илюш, ну куда ты, блядь, летишь? Куда ты летишь? Завтра в Москву. По факту. Пойдем пройдемся. Пойдем. Так, дайте я куртку надену. Заберите зеркало. Ай. Зеркало. Дайте куртку. Зеркало надо, все отражения забрать. Да ладно. Бля, как я сейчас охуел, когда флипнул камеру на себя. Я повернулся, когда Я сначала не понял, где ты. Я просто сейчас охуел, когда повернул камеру. Такое яйцо. Люся, блядь. Вот этот вот хуйлан, блядь. В смысле? Если сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. Почему хуйлан? Возьми, пожалуйста, я надену куртку. Да, конечно. А мы можем на магазин на улицу идем? Магаз, да. Здравствуйте. Возьми куртку, Саша. Илюша. Йо, ты вон в последний аниме смотрел? Такие с Ким Мстители видел второй сезон? Так да. Нормально вроде, да? Бля. Как обычно. Лёшка. Прям чисто вот 14 лет, когда головка выходит, понял? Последний что смотрел? Последнюю серию Blue Lock. Бля, вот Blue Lock на 4 серии надо посмотреть. Блюлук. О, нихуя себе. Что мы тебе купим вкусненького? Что тебе можно, что нельзя? Болтай. Яичко. А лысая башка, да пирожка? А как тебе такое? Ой, блядь, живот заболел от этого шоколада. Да нормально. Нахуй ты сладкое жрешь? А ну отдай живот, блядь. Забирай, блядь. Да не, пожалуйста, оставь. Нахуй вот эта тема, блядь, чтоб пиздануться на ой. Дверь. Бам, дэмэдж и... Может, если будет работать стрим? Я не спустимся. А возможно, в лифте не падает. Возможно, не будет. Да, давайте зажмем меня здесь. Шапка, вот тебе, если что, я сделаю. Спасибо. Нет. Сейчас возьму. Опа-на. Вот это да. Сладкое ешь, Лёш? Заесть. Я? Заесть. Нет. Горе заесть. Ай, бля. Ой, Илюха. Сука, бля. Я его, конечно. Дай мне его, не слава. Да, наебай этих аниме. Завидуешь? Чему-то. Я, Илюх, два раза приезжаешь, даже в гостях ни разу не был. А, не, был. Чё я наебал? До тебя мы тоже не доехали. Был в гостях, ты чё? Дубай собираетесь? Славянград? Ну я уже спрашивал, ребят. Не, ну в целом, если вы туда доехали, говорите. У меня жена хотела в Дубай, я думаю, как раз вот полетим на день рождения. Вообще с кайфом, я два раза буду. Мы снимем хату на это время, вот так. Да? Да. Это сейчас палил? Да, я сейчас палил, получается, да. Санёк. Заебись. Вот если бы я это сказал, вы бы меня так захуйланили, хузеева нахуй. Саня сказал, похуй вообще. Стримхата. Это еще потому, что Саня всегда выигрывает? Да. Кстати, какого хуя Илья Саня всегда выигрывает? Он уже, блядь, давно не выигрывал. Он выигрывает давно. А кто выигрывает? Пиздец, нахуй, конечно, фанат. Да, я ёбнутый фанат. 6 минут еще. Все, ребят, да? Уходим? Да, пойдем. Пойдемте. Ой, у тебя. Ушенькой. Пойдем, покажем тебе миру. Лёха. Покажем тебе свет. Понял же свет. А, кстати, прикиньте, он сейчас как почувствует. Какие люди будут на тебя смотреть. Владу, как он головой впервые почувствует. А реакцию людей? Ты будешь обращать на это внимание? Не, я думаю, всем плевать. Всем похуй абсолютно, блядь. Никто же не знает, как он выглядит. Прикинь, сейчас просто все смотрят, я... Фу, блядь, ебан, просто... Типа, фу, в лоб и плюют. Скажи, что за операция? Вот. Операция в магазин. По лечению пениса. А кто обрезанный, ребят? Сейчас упадет. Я нет. Сейчас, возможно, упадет, мы в лифт заходим, ребят. Может, не факт. Здесь лифт так не падает, да. А кто обрезанный? Я нет, к сожалению. Может, еще обрезание сразу? Да, вот это факт. Отойдите. Отойди, бро. Отойдите, пожалуйста. Давай, стань так, и мы нажмем на кнопочку.
Операция разжирения ануса. Кстати, знаешь, что анус можно отбелить? Да. Вы знали это? Есть операция, есть крем. Крем для отбеливания? Да. А он жжет? Саша, блядь. Куда ты все это знаешь? Далее, вот я какую-то злость стал с такой прической, понял? The angry. Danger. Нам туда. Danger, блядь. Это что, вантусы, блядь, что ли? Пиздец, блядь. Бля, я теперь реально как Данила Горилла. Реально на Горилла очень похож. А вот Даниле Горилле респект, что он побрился. Только я натуральный, а не химик. Данилыч первый побрился реально, чтобы подержать. Чё? Ой, кошечка! Кстати, я надел капюшон, потому что ебануто холодно стало в башке. А чувствуешь? Тут как прям очень еще задувает, пиздец. Как тебе первое впечатление на улице? А, ебать, мне тоже дует так под курточку. Кайфово вообще. А, ты сейчас будешь в магаз, потому что у меня рубахи. А, так, а где куртка? Футболки. Ты так приехал? Да. Ты чего, блин? Я ж, бро, ты я уже закалю. Ой. Не-не, я уже разболел. Здорово, Леха. Отписываю тебе по забиву, как ты просил. Ты уже собираешь тебе пол на забиву? Мид Химки завтра в 14.00. Пизилка 40 на 40. Строимся пауком. Ты в правой передней лапе. Придется впитать слегка, но тебе не привыкать до встречи. Впитать слегка. Ебать, я такой профессиональный чел, нахуй. Забивание. Пауком. Строимся пауком, ты в передней лапе. Кто-то же это написал, нахуй, сочинил. Ты чуть впитываешь. А где магаз? Я, где магаз? Вы можете газовать. Знаю, просто можно на ходу. Типа, давай, пойдем. Ты пойдешь со мной? Сука, ебать, ногти грязные, схуяли. Уёбище чисто стоит. Нет. Они сами. Я тебя спросил, ты знаешь английский? Ты же знаешь английский. Сишки возьмем. Забавка, типа. Пойдемте. Схуяли, да ну. Бля, холодно, бля, лысины. Давай, брат, увидимся. Будете ехать, говорите куда-то. Спасибо за гостеприимство. И вам спасибо за операция удачной. Спасибо. Спасибо за гостеприимство. А, чё, ебо! Ты с нами, Артур? Я с вами, да, пройдусь. Ты, может, нахуй вызови такси? Потому что... Да нет, пойдем все. О, пиздец. А, там магаз есть. Базара нет. Я забыл сумку у тебя. Вернешься? Да, пакет с вещами? Просто сумку свою. Да вернешься. Да. Жалко тебе. Да, Лёха, что же придется? Строишься в паука. Передней правой лапе, блядь. Блядь, ебать колючий. Капах мазаха. Бля, моментально голова, блядь, мерзнет. Просто пиздец. Как лысые люди ходят на улице зимой. Брат, а, в шапке. Я же не хуй. Еще дождик пиздует. Паша техник. Схуя ли я Паша техник? Или это нет? Вы по кого, чё? Холодно? Ну так свисток дает чувствовать свои. Так, у нас есть заправка и вы... еще. А, вы же вообще в разных местах. Артурчик, тебе лучше прям сюда вызвать таксу. Да я поеду, не переживай. Мне 20 минут ехать 15. Это уже как местный, понял? Типа я разбираюсь. Какая у тебя Живанши, да? Живанши, да. Теплая. Ой, тихо. Там полиция. Помонти, вот наш. Помонти. А, моя вот. Помонти, да. Даже нет. Пойдем. Бежим до пешеходного перехода. Фу. О, пешеходный переход. Нормально, красмазин. Да, сделали, сразу же. Что ты взять? Слышишь? Шампунь взять тебе, брат?
Я возьму тебя. Я думаю... Сходит, блядь. Что за блядь? Нормальная? Кстати, я возьму себе шапку, но я ебал, мне холодно. Какую мне выбрать? Вот это? Надевай. Это Химарс, блядь. Рэм, рэм будешь? Демос. О, неплохо. А ну покажи мне. Неплохо выглядит. Бля, ну зато тепло, бро. Да, нормас, реально. Чисто до такси добегать. Прикольно. Если я надену, блядь, где будет. Лёш, давай я тебя угощу. Чем? Шампунь. Шампунь хочу. Для быстрого роста волос. Сладкое повышает, ты купил? Уровень крови. Уровень кайфа. Чего? Уровень кайфа в крови? Да, эндорфин. Кокос любишь? Нет. Кокос не любишь? Нет. А что ты любишь со сладостей? Да я ничего. Чем ты губки? Аппетита что-то нет. Аппетита нет? Ну да. Что-то как надо. Так, вот это возьмем тебе, да? Ты сладкое ешь? Нет. Что ты, блядь, как девочка? Или в бутике прикольные выходят. А вот не хочешь? А можно бутерброд. Бутики прикольные. Какой? Только это с рыбой. С рыбой, но. Не ешь, да? Но. Это итальянский. С какой-то травой палочкой. Ну, возьмем этот. Какой-то он странный. Вот, с колбасой. А вот это что? О, тавук. Тавук это курица, знаешь? Где? Вот это с курицей. Будешь? О, можно, прикольно. Бери. Возьмем тебе итальянский и тавук. Давай. А вода есть у тебя? А вот этот еще возьми мне. Вот левый, этот? Левый. Вот касап? Сам... Да, да. Вот этот? Да. С сыром, да? Давай, водички нет, все выпили. Давай воды возьмем. Здорово, Леха, за потолпой пиздим. Ага, матич, осуждаю, блядь. Ой, блядь. Все, вы охуели, да? Если какие-то проблемы, блядь, мне говорить. Вот такой. Давай, рогалик тоже нормальный. Давай, давай. А вот это любишь, вот это? О, вкусно, да. Ты все взял уже, Люк? Бля, буду ебать, я олух, сука. Вот такая картина вам как, нахуй. Тигр? А сейчас водичка. О, кстати, орешки, брат. Смотри, шоколадки. Это я тебе взял воды. О, спасибо. О, орешки очень вкусные. Да, да. Вот это тоже хочу. А, вот это что, украл, что ли? Лейс паприка. О, как перхот летит. Уёбь, сейчас тут лысый еще из перхоти. Лёш, не переживай. Все будет нормально. В 7 утра. Сейчас наешься и лёжешь спать. И все. И в 6 утра подъем. И подъем. А сигара? Какие тут картинки? Ебать. Стрёмные, правда? Ебать, а вот это жёсткое. Ты видел на сигаретах, какие картинки они? Фу, блядь, на это нельзя показывать, сейчас это пиздец. Типа вот это. Вот это самая жесткая хуйня. Что чел в разрезе с легкими черными. Не знаю. Плюс рэп Артур Злой пишет. Что? За что? За что? Просто.
Ну брат, так не совсем буду, плохо, правильно, чат? Включи карточку. Ну не супер хуёво, да? Выезжать сейчас. Домой, так что давай выезжай. Если ты еще там, я могу в Амунте подъехать. Мы уладим все. Да не, вообще норм. Так и не сказать, что урод какой-то, да? Вообще нормально. Вообще нахуй переживать, это волосы, блядь, волосы отрастают. Ладно, если ты руку отрезали, это другое дело, блядь. Жевал собаки харчи, Лёха. Спасибо, Артур Ридзе. Пожалуйста, можно перекурить. Thank you, блядь. Тут можно смог? Да хуй знает. Забрав хера у меня свой. Да, я думаю. Давай чуть-чуть в зал отойдем. Вон туда. Давай. Или туда. Или вон, вправо. Да, вон, ну, все. Какого хотели? Хотели? Будешь ехать? Ты вызвал такси, брат? Я? Я могу сейчас подойти. Ты к Бамонте поедешь? Я к Бамонте поеду. А, давай, я с тобой поеду. Зачем ты в Бамонте? Ты не боишься. А, так что давай. Лёх, слышь? Да. Позвонили дизайнеры с пачек сигарет, попросили фотку твою скинуть. Зачем? Поставить. Брат, напомни этаж и квартиру Вадима. Чё, от кого привет? Шапка, ты шапку оплатил? Да, конечно, брат, я же снял ее. Привет от короля драконов. Ну привет всем. Да, вот такой мужчина. Саня, если захочет поддержать, тоже на лысо побреется. Пойдемте. Я видел, конечно, люди сильным духом, но это точно не Саня. Саня единственный, кто предложил, вы хлюпики, блядь. Да, блядь, да потому что он инста знает, что я не буду, и Саня не будет, и поэтому предлагает. Нет, он это для объединения нас, нахуй. Да, он остальные пиздит всегда, нахуй. Вот он говорил, типа, начну снимать. Где? А ему это нахуй не надо. Все, он снимет, да? Он только за наше общее благое. Да он пиздит, блядь. Это что, раскол? Он помнишь, он пиздел еще. Раскол? О, Саня пишет, погоди. Только пиздеть, блядь. Че, Саня, занимай место в хозяйстве. Саня, еще раз напиши, пропустил. Если он побреется, реально, ебанул ты его туда стоит. Сейчас. Леха, норм, смотришь, сексайл, пусть рот свой закроет, малыш сыкливый. Ого, Саня фреймтеймер так написал. Да. А Саня еще в качалку ходит? Да, и на бокс. И на бокс, ладно, Саня. Место твое занимать. А давайте тут постоим, ребят. Мне надо. Мне надо сумку забрать. Да мы сейчас успеем. Или такси едет? Не вызывал. Может, быстро сгоняешь? Да. А, ты не вызывал? Так вызывай, пока нет. Подъедет. Или на возьми и сгоняй быстренько. Возьмешь? Так я думал, вместе сгоняем туда обратно. А, ну давай. Ну надо подождать. А как? Такси пока что. Ебаный рот. Никуда не спешим, Леш. Может, в гости заедешь завтра? Если вы мне разрешат? Что разрешат? Сибнуться туда. С больницы? Хотя я же все равно буду из больницы, я же все равно сразу же в отель поеду. Я же заклею голову. Ну да. В принципе, можно. Если будут силы, я с тобой приезжай в гости, пригоню. Конечно. У тебя в басик нельзя, сауну нельзя, скорее всего, нельзя мочить. Да, голову точно. Ну, ты посмотришь на хату, как мы живем, похаваем вкусной еды. Ну, братиков ты видел и так, блядь. Короче, раскуримся, ебать, на темном дне. Темно, нахуй. Я зарядочку ищу. Если Илюха так смело базарит, пусть машинку возьмет и Леху поддержит. Горилла с нами, Парадеевич, пох, он лицо хозяев, его нельзя трогать. Ебать у Саня, да, блядь, защита, нахуй, ее нельзя фрить. Мне пишут, Казик со злым. Брат, какой Казик, ты ж... Какой Казик, ребят, пришел? Не Казик. А не, просто посильный какой-то. Вообще, да. Я могу, если есть кайф. Если бы ты раньше сказал, я бы тебе еще бабок отсыл. 1008. Нахуя? Ну, я бы сказал своим, говорю, ко мне кореш на Казик придет, дать тебе на ему 8к. И мне 8к, мы посидим, поиграем. У меня ж такие... Так можно было, нихуя себе. Ну, просто, если будет кайф, можем подрубить еще. На днях, потому что я завтра и послезавтра еще тут. У меня планов ноль. Поэтому еще можем у кого-то дома подрубить, да? Вполне. Ну, хочешь постримить, нехуй делать.
организовать движуху. 8 тысяч рублей. Парик выберем тебе. Курить. Я закончил уже. Паричок выберем тебе нормальный. Сука. Будешь смотреться охуенно. Пойдем гадалки сходим. Гости. Пускай нагадает тебе. Скажем, на тебе порчу навели, блять, хули у меня типа блусел. Сука. Просто он лысеет, блядь. После встречи выдумаем историю. Бля, может быть, я вообще хуй забью, я всегда буду вот так вот стричься. Я нахуй тогда это операция. Илюх, вот как ты смотришь на то, что я всегда буду такой? Лёх, самое главное, чтобы тебе нравилось. Ну, вот оно. Я также Илюхе говорю, когда он свои эти надевает. Ролики выпускает? Бриджи свои надевает. У него есть бриджи анимешные. Я хуею, я того все его. Ну, главное, чтобы Илюхе нравились. Да, Люх, мы внимаем тебе любым, понял? Даже если ты на лысо тоже ёбнешься, ты всем будешь нравиться. Зато плюс рэп такой, бро. А ты тоже шапкой ходишь, вот такой минус. Ах, как быстро меняется жизнь. А сколько вам лет уже? 23 почти мне. Илюха, тебе 24. Вчера был только 16-летним, блядь, таким же лысым. Ты, блядь. Какой этаж у нас? Ой, карту мне надо, стоп. Сейчас, Санек, продли... Еще пиши сообщение, спам, чтобы я увидел, сейчас я карту приложу. Ебать, мы деды уже старые. Ну, я точно. Все, вижу, Санек. Дань, смотри, Леха, как ты выглядит, только мышцы настоящие. Сука. Да, в темноте лучше было. Я когда в синий красился, тоже не мог себе привык. Ну, потом, как бы. Да. Да, правильно. Что за операция? Увеличение хуй. Вот здесь, ребят. Есть? А сломанным стулом. Спасибо, Артурчик, за... Вкусняшки тебе. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Я пойду вас спущу еще вниз. Спускай на нас. Ты не поедешь? Куда? Ты скажешь, что вы сейчас стремитесь, хотя нет? Не, какой ничего сейчас? Нет. Мне потом? В 6:30 вставать. А, блядь, точно, пиздец. Брат, какой стримить, брат? Я тоже буду спать на тренировку. Вот. У вас F? Вроде не F. 2500 битрейчу. Так. Чем-то помочь надо? Да нет. Уже помогли. О, бля. Че, пойдем, мужики? Ладно, ты же понимаешь, что ты куда? Я вас проводить. Пойдем, блядь. Понимаешь, что у тебя все потом сделают и... А карточку ты забрал, бля? Да, да. Я думал, дверь захлопнулась и все. Можно рецепты спросить, если что надо. Вам нахуя вот это? Мы когда в Дубае жили, понял? На Новый год. И мне надо было пиздовать еще. Ну, 200 метров, блядь, по отелю открывать комнату. Я синий прихожу, у меня карточка каждый раз размагнитилась. И мне каждый раз приходилось, сука, спускаться вниз. Каждый день. Так заебала эта хуйня. Номер спалил. Да, пройдите. Да. Качку вызвал? Приходите, кто хочет. Волосы заберите Лешины. Кто придет, раздадим волосы Лешине. Ты забрал? Ты вызвал тачку? Да, 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 все, приехал. И везде они, вот такая, да, вот хуйня мне попалась. Kinder Joy, блядь. Создатели Kinder Joy, вы чё, охуели? Да не, Лёш, нормально тебе идёт. Нормально ставят тебе. Я думал, тут пиздачок достут. И будешь выглядеть вообще охуенно. Хотя и до этого всё хорошо. Да ладно, вам чё успокаивать. Мне нравится. Ну, всё. Всё, видишь, с каждой минутой ты будешь становиться лучше и лучше. Лучше себя. Пока парики посмотри, это большой шаг. Знаете, пока будешь лежать, да? Да. Сука, завтра, это еще главная похуй поддержка, на волосы. Завтра 8 часов лежать, блядь. И мне будут тыкать, ёба. Я тебе советую, а потом неделю сидя спать, нахуй. Сидя спать неделю? Да. Ебать, а чё так? Затылком не прикасаясь. Как это? Я сам не знаю, как это. Да. Эх, хуй знает. Шо, где ваш кар? Дай мне его. Где он, слышишь? Где он? А, еще зайди. А все, ну, уже не гоблино.
Где Гоголь, блядь? Чё? Спасибо. Давай, брат. За стрижку. Давай, Лёш. На связи. Фофу надо дать. Давай, ну потом, когда не, это... Не-не, сейчас надо. Не такого, чтобы опухло. Чтоб шишка была. О, благодать. О. Артурчик. Избой просто, блядь. Спасибо за гостеприимство, брат. Я тебе дам, спасибо большое. Волосы, эти Фофуна. Как сделаешь, бро? Бан. О, благодать. Как сделаешь, колмы. Давайте. Все, давай, брат, еще раз. Обнять меня. Ты сильный, нахуй, ты это все выдержишь, блядь. Выебишь. Ты выебишь эту прическу, брат. Я просто постригся, мужики, ладно вам. Что, вообще умираю, что ли? Скажу, что это только волосы, а не что-то серьезное. Вот именно. Пока, пацаны. Ёбаный рот, а. Hello? Что сейчас делать, нахуй? Вот реально, как сейчас забить голову? Спать? Да хуй там. Не услуга. Где? О, еду. Казик? Да какой казик? У меня из техники телефон только и наушники. Ребята, если за вас нужно решить какую-то проблему, блядь, пишите. Расценочки все уточним, все по-братски сделаем. Реально. Любой вопрос. Я за любую движуху, кроме голодовки, мужики, сами понимаете. Какой Миша? Чё Миша? Кто Миша, нахуй? Оп. И закрыть. Бля, буду. Вот это чё, нахуй? Блять, странное ощущение вот так вот смотреть на свои волосы. Какая-то ебанутая неприятная хуйня. Чисто ночью посадить, идешь в туалет, там вот эта залупа. У Литвина? Да как я посмотрю-то? А, ну телефон. Ну это я имею в виду без стрима. Бля. Сука, теперь все колется, знаете, как после парикмахерской, нахуй, вся шея, блядь, колется. Помыться надо. Да. Ебать его все, нахуй. Телевизор. Ну тут вот такая хуйня. Полутелек, полукамин, нахуй. Хуй пойму, что. Как тут посмотреть, нахуй. Ты случайно не из Brothers? Нет. Минус Нефор. Чего вы угораете, сука? Ну ладно, это реально смешно, просто пиздец. Какие грязные ноги. Чистый. Ну. Или грязные ногти. Ногти реально грязные. Я не знаю, откуда эта хуйня. Под ногтями липка какая-то, блядь, черная хуйня. Да. Кто-нибудь стримит сейчас из ребят? Сука, как, блядь, привыкнуть к себе такому, пиздец.
Ебать, олух нахуй. А Костя не собирается стримить? Я просто не могу посмотреть в ТГ, у меня только один телефон. Коля не будет стримить? Сука, шалтай-болтай, ёбаный. Ой, блядь. Чё, давайте Ренатус, Ренатику рейд отправим. Блять, как поставить, сука. Стоял, блядь. Как сделать, чтобы стоял, блядь? Запустил, ого. Домашки такие вообще. Ну это, если честно, вот так вот сейчас все будут делать, блядь. Сейчас они не хотят, блядь. Перхоть ебучая. Сейчас они не хотят так делать, но сейчас, блядь, все начнут бриться и все, блядь, поголовно начнут нахуй стричься и все, блядь. Это новый стилек. ББ лысый. Схуяли лысый. Такое уебище, блядь. Все, ладно, пока, ребят. Ренатику там привет. Откиньте. Все, всем пока. Клип-таблет.